Вот так. Мы будем работать по вот этому, в основном по вот этому содержанию. Мы рассмотрим назначение возможности системы 3CX, произведем установку системы на облачную систему виртуализации на Microsoft Azure, Вот, также произведем установку еще одной системы из ИСОшника на гипервизор. Вот, произведем первичную настройку, настройку номеров, транков, IP-телефонов. У меня здесь два IP-телефона, Т46 и Т48С. Вот, настройку мобильных приложений и также настройку десктопного приложения. Постараемся это разобрать. Также в 3CX есть веб-клиент, его рассмотрим. Рассмотрим работу сервисов. Это очередь, это группы вызовов, голосовая почта и так далее. Ну, все сервисы, которые есть в 3CX, они последовательно будут рассмотрены в рамках этих трех дней. Также рассмотрим подключение к линиям связи, настройку исходящих и входящих правил, настройку рабочего времени, настройку безопасности. Это сетевой экран, это бэкап и другие вопросы по безопасности и хранению, сохранению системы 3CX. Также рассмотрим вопросы обновления и некоторые вопросы по диагностике устранения неполадок в рамках программы изучения от самого 3CX. Значит, слайды, которые дал 3CX, у меня представлены. Я их загрузил в чат конференции. Попробуйте загрузить, посмотреть, чтобы у всех появились. Вот и основной слайд, который как бы я составлял. Вот, итак, вот она, наша программа, по которой мы сегодня будем работать. Итак, давайте рассмотрим, что же такое платформа 3CX. 3CX – это система IP-телефонии для построения корпоративных телефонных сервисов на базе протокола SIP. 3CX – это программный комплекс, который может быть установлен на виртуальные машины, на облачные платформы, на сервера, даже на персональные компьютеры в каких-то тестовых вариантах, либо малых промышленных, малых продакшн вариантах. Вот. И с использованием мобильных приложений, настольных приложений, Windows, Mac. Вот. И SIP-телефонов – это система 3CX, дает возможность организовать систему IP-телефонии в предприятии. Также в 3CX реализована возможность создания видеоконференций. Это мы сегодня немного затронем. В частности, по системе видеоконференции у нас сегодняшний семинар и проходит. Вот, 3CX позволяет полноценно создавать видеоконференции. И это мы также рассмотрим. Вот далее. Для того, чтобы произвести установку 3CX на компьютеры, на сервера, на облачные платформы, необходимо соответствовать некоторым требованиям. 3CX не поставляется в виде готовых серверов. Он продается, поставляется через каналы поставки, такие как IP-матика и партнеров 3CX, других партнеров, в виде лицензионных ключей. То есть загрузить и использовать саму платформу можно абсолютно бесплатно. Мы посмотрим, как это можно сделать. Вот. И бесплатно можно установить и попробовать систему. Для того, чтобы использовать какие-то другие варианты, более расширенные по числу пользователей, вот, можно купить, докупить лицензии. По лицензированию может рассказать Илья Иванов. Я лишь кратко сегодня затрону вопросы лицензирования. Там есть три вида лицензирования, мы это рассмотрим. Итак, давайте перейдем к требованиям для установки системы. Вот на слайде представлены параметры для установки системы 3CX. Система поставляется в двух вариантах. Вариант первый – это под Windows, и вариант второй – это под Linux. Под Windows – это идет программный комплект, дистрибутив, установщик. И есть некоторые необходимые требования для установки 3CX на Microsoft Windows. Вот они представлены вот здесь. И также есть отдельно слайд по установке. Мы его тоже откроем, посмотрим. Вот. И также система может быть установлена на Linux. Для Linux она представлена
на сайте 3CX в виде дистрибутива на базе Debian. Мы сегодня будем производить установку только на базе Debian. Вот. И 3CX также доступен для установки на облачной платформе. Это абсолютно любая может быть облачная платформа. Есть несколько таких платформ типа Google Cloud, Amazon, Microsoft Azure для установки уже предустановленной, то есть есть уже шаблон виртуальной машины для установки и использования ее в данном облачном провайдере. Если какой-то провайдер не поддерживает шаблон 3CX, то этот шаблон можно создать, можно интегрировать в эту систему, и также можно развернуть, не знаю, из виртуальной машины, виртуальную машину из ISO-образа. Вот, далее. По лицензированию здесь представлена информация. Она расположена также на сайте самого 3CX. Вот здесь указано, что есть три вида лицензии. Это стандарт, Pro, Enterprise. Стандарт – это бесплатный вариант. Вот есть также сравнительная таблица по возможностям в зависимости от лицензии. Вот. И в зависимости от того, какой вам нужен вариант, масштаб использования 3CX, можно, соответственно, запросить у партнера лицензию, заплатить деньги и установить соответствующий лицензионный код и получить нужную вам лицензию. Вот, для того, чтобы установить 3CX, необходимо попробовать 3CX в бесплатном варианте, необходима электронная почта, необходимо выполнить регистрацию этой электронной почте на сайте 3CX, получить дистрибутив и установить этот дистрибутив и использовать. Соответственно, для компьютера, на котором будет установлен 3CX, либо для виртуальной машины, необходим доступ в интернет. 3CX она подразумевает постоянный доступ в интернет для обновления информации сервисов, обновления ключей, обновления самой системы. Соответственно, вот 4 таких пункта должны быть выполнены. Это e-mail, это сам дистрибутив, это виртуальная машина или гипервизор, да, для установки, и доступ в интернет для того, чтобы установить систему. Вот. Для использования и работы системы 3CX будет требовать лицензионный ключ, он придет на почту. Вот. Также необходим публичный IP-адрес, но он не обязателен для теста. Для полноценной системы, работы системы снаружи необходим публичный IP-адрес. Вот, 3CX присваивает доменное имя FQDN. И если предполагается работа снаружи, то необходим порт управления и VoIP-сервиса и система портов для публикации 3CX в интернет, для того, чтобы можно было из внешних источников, из внешнего доступа работать с нашей системой. Вот. Ну, также необходим сетевой адаптер, рекомендован один, и необходим email для регистрации. Через этот email будет доступ на личный кабинет партнеров 3CX. Итак, вот мы базовую систему, базовые условия как бы рассмотрели. Сейчас я открываю слайд по установке. И мы более подробно рассмотрим требования к системе для установки 3CX. Итак, да, первый слайд. Это касается установки системы 3CX. Вот здесь, как я уже говорил, для установки самого 3CX необходимо понимать и знать принцип работы сетей, домены системы имен в интернете, вот, и принцип работы сертификатов, потому что сама система 3CX, она работает, используя сертификаты, да, доверенное соединение и доверенное открытие страниц в браузере. Присваивается доменное имя, подписывается сертификат и осуществляется защищенное соединение с помощью веб-браузера с самим веб-браузера, то есть клиента, и 3CX-системы. Неважно, в режиме редактирования настроек, либо в режиме WebRTC, работы веб-конференции, либо обычной телефонии.
Вот, используется сертификат. Для настройки 3CX используется веб-мастер настройки, то есть веб-панель. Дальше мы это посмотрим, увидим, где используется веб-панель. Так, далее. Вот, для установки 3CX можно использовать преднастроенный или, скажем, созданный дистрибутив на базе Debian 9. Используется только AMD64, то есть 64-битная архитектура. Вот. Либо на существующий Debian 9 можно найти деб-пакеты на самом 3CX и установить 3CX. Но это немного сложнее, есть некоторые определенные требования. Вот. И для того, чтобы развернуть, все-таки рекомендуется использовать Linux Debian 9. Да? Уже дистрибутив с сайта 3CX с преднастроенной предустановленная система. Дальше производить настройку. Вот, 3CX также может быть установлен на микрокомпьютеры типа Raspberry Pi. Вот, либо какие-то другие, но тестировалась установка именно на Raspberry Pi. Вот, но для продакшн использования Raspberry Pi, я думаю, что можно использовать только Session Border Controller, 3CX SBC. Вот, для чего он нужен, мы попозже рассмотрим. Вот, а в продакшене использовать Raspberry Pi для 3CX, как бы, не знаю, если какое-то маленькое предприятие, то можно, если большое предприятие, то это немного рискованно. В силу того, что сама плата Raspberry Pi, у нее есть некоторые такие нюансы, она нагревается, вот, там могут быть температурные вопросы, поэтому необходимо это делать очень внимательно. Но для установки 3CX лучше использовать либо виртуальную машину, либо какие-то сервера. Да? В крайнем случае компьютер. Вот, требования для этого мы посмотрим. Значит, для Windows системы 3CX может быть установлен на Windows 10 и на Windows Server 2016-2019. Вот, и пишется, что предпочтительно использовать Windows Server 2016. Вот, для установки, соответственно, необходимо последнее обновление на Windows системы, то есть должны быть установлены все обновления. Вот. И .NET должен быть установлен. Должен быть использоваться совместимый браузер для веб-панели управления, для WebRTC. Это Chrome, Edge, либо Firefox. Вот. Версия Internet Explorer более старая, она уже несовместима. Соответственно, те преимущества и те возможности, которые есть по WebRTC 3CX, они не смогут работать уже на Internet Explorer. Да, поэтому Internet Explorer здесь уже исключается. Вот, на Windows серверах для установки 3CX не должны быть установлены какие-то сторонние службы и приложения. То есть, если используется Windows сервер, устанавливаем сам Windows сервер, логинимся в систему, устанавливаем 3CX. То есть никаких эксченджей, никаких дополнительных сервисов, DNS-сервисов не должно быть установлено. Никаких служб, вот кроме там, .NET, по-моему, в качестве службы он включается, в качестве фичи он включается в последней версии сервера. Сейчас я не знаю, раньше он отдельно как служба устанавливался. Вот. Если используется антивирус, то для программного обеспечения должны быть добавлены исключения. То есть 3CX должен быть помещен в список доверенного ПО в антивирусе. И вообще антивирус на сервере, он как бы может мешать и тормозить работу некоторых сервисов. Поэтому с антивирусом могут быть некоторые вопросы и даже сложности. Вот, далее. Для использования Linux, если требуется использовать Linux, то есть соответствующий дистрибутив для этого. Если идет развертывание из дистрибутива, не следует потом внутрь этого дистрибутива, там будут root-права, не следует устанавливать какое-то дополнительное программное обеспечение типа десктопа, вот, VPN-сервисы, DNS-сервисы. VPN-сервисы у нас генерируют синтетические интерфейсы внутри самого Linux, поэтому они могут конфликтовать с самой системой 3CX. И 3CX использует сам туннель, поэтому некоторые службы могут конфликтовать со службами 3CX. Да? Поэтому желательно вообще никакие сервисы не устанавливать внутри 3CX. Если будет установлена система,
3CX, и будет лицензия, будет как бы коммерческое использование 3CX, и будет обращение в техподдержку, и в техподдержке увидят, что работают какие-то сервисы, а там в файле для техподдержки много указано параметров, в том числе загрузка ядра Linux и загрузка всяких дополнительных систем. Вот если они в этом файле увидят, то скажут, вот, типа, совместимости с этим сервисом нет, поэтому могут и не помочь. Вот, далее. Если используется гипервизор предприятия, то можно использовать Hyper-V, Microsoft Hyper-V. Тут написано больше 2012 версии. Можно использовать VMware ESXi, новее 6 версии. Можно использовать KVM 2.8 или новее. И Citrix Sense Server новее 7.0. Я в своих демонстрациях использовал VirtualBox, но сегодня я попробую использовать KVM для установки. Вот, и мы попробуем развернуть 3CX на системе KVM. Потому что VMware, Citrix Sense, не знаю, и Microsoft Hyper-V, но это распространенная система, как бы можно самостоятельно скачать этот JSXi и в базовом варианте попробовать установить. Hyper-V тоже есть отдельный сервер, либо в триальном режиме. Вот можно пробовать установить. Мы попробуем на KVM это установить. А на VirtualBox тоже можно установить на своем компьютере. Я это, соответственно, тоже показывал. Могу и сегодня показать. Но я саму систему не буду устанавливать на VirtualBox. Установим ее на KVM. Далее. По облачным провайдерам 3CX может использовать либо Amazon, либо Google, либо Microsoft Azure. Есть еще другие провайдеры, которые совместимы и в которых преднастроен 3CX. Вот. Это можно на самом сайте 3CX посмотреть. Вот эти провайдеры там перечислены. И также в 3CX может быть совместим. 3CX может быть установлен на любой провайдер, который совместим с OpenStack, OpenStack. Вот, и может быть настроен так называемый PBX Express для развертывания 3CX платформы. Да? Вот, если используется какой-то другой провайдер, который не совместим ни с чем, просто облачный провайдер с виртуальными машинами, которые запускаются на базе Debian. Да? Можно использовать Debian 9 и использовать apt-get систему установки 3CX из пакетов и, соответственно, вручную это все установить. Вот, далее. Для настройки и установки 3CX есть некоторые предварительные требования. Это, соответственно, ресурс. Это виртуальный, либо физический. Значит, по ресурсам 3CX требования следующие. Значит, от количества внутренних добавочных номеров зависит использование оперативной памяти. То есть, чем больше добавочных номеров, тем больше оперативной памяти потребуется. Значит, для записи разговоров уже потребуется скорость жесткого диска и объем жесткого диска. Вот. И, соответственно, также есть такой параметр, если используются провайдеры, то на провайдерской стороне потребуется, тут немного не то указано, потребуется полоса пропускания для того, чтобы осуществлять передачу видео и аудио, да? Вот, необходима будет расширенная полоса пропускания. Вот. Также для настройки 3CX есть некоторые требования по сетевому доступу. Вот. Внутри локальной сети используется для доступа к 3CX используется обычный HTTP. Вот. И для доступа извне используется HTTPS, да? Там необходим уже сертификат. Вот. Когда устанавливается 3CX, для установки ее на компьютер, либо на виртуальную машину, лучше всего использовать одну сетевую карту и один IP-адрес.
и отключить неиспользуемые сетевые адаптеры и использовать проводное подключение. Но если это в тестовом режиме, можно там использовать несколько адаптеров, там потом некоторые повыключать, использовать в виртуальной машине тот, который приоритетный. Да? Вот. А в продакшн уже необходимы вот такие вот требования, которые здесь указаны. Вот, для настройки самого 3CX есть правила по настройке сетевого экрана, вот, по настройке маршрутизатора NAT для того, чтобы использовать 3CX в глобальной сети и сделать доступ извне к нашему предприятию, к корпоративной связи нашего предприятия. С использованием приложений, с использованием IP-телефонов, автоматической настройки IP-телефонов и RTP-портов. Вот. Далее. По лицензионному ключу, значит, есть три вида лицензии, это уже, как я уже указывал. Вот, есть стандарт Pro и Enterprise. Значит, по этим трем различиям мы посмотрим таблицу. Вот сейчас я совершу демонстрацию экрана и открою эту таблицу. Вот, дальше уже у нас идет, собственно, настройка вот лицензионного ключа. Вот, и использование доменного имени. Итак, давайте рассмотрим ту информацию, которая у нас представлена по различиям 3CX. Вот, по вот этой ссылке можно посмотреть сравнительную характеристику различных версий. Так, версия стандарт бесплатна. Она у нас, значит, дается на 25 участников веб-конференции, дается на неограниченное количество пользователей для возможности использования Android, iOS, автонастройки телефонов, для настройки SIP-транков. Все, дальше по возможности интеграции. Это интеграция с CRM. Вот, и Office 365, уже этих возможностей нет в стандарте. Да? Эти возможности уже присутствуют в версии Pro. И также в версии Pro есть возможности по интеграции, по возможности по колл-центру, это очереди вызовов, записи разговоров. Вот, но в расширенных возможностей для бизнеса уже версии Pro нет, уже есть эти возможности в версии Enterprise. Это контроль записи разговоров, настройка отказоустойчивости, то есть отказоустойчивого кластера, когда у нас есть две системы. И две системы работают, одна в активном режиме, вторая в пассивном режиме. Если одна система падает, то вторая система берет на себя функционал сервиса IP-телефонии. Вот. И эта возможность, она как бы в версии Pro тоже есть, ее можно настроить, но она с некоторыми ограничениями. Вот. По этим ограничениям, у меня где-то отдельно есть запись, я сейчас не вспомню. Она касается времени восстановления сервиса в DNS, настройки имени в DNS на самом 3CX. Да? Вот, времени восстановления доступа к этой системе через доменное имя. Вот это время в Pro отличается от версии в Enterprise. Если в Enterprise это восстановление осуществляется там моментально за минимальный промежуток времени, то в версии Pro необходимо осуществлять некоторые ручные действия. Вот. И также в версии Enterprise возможно использовать логотип компании, загрузить картинку логотипа компании в свой IP-телефон. В версии Pro в стандарте этого, соответственно, нет. Вот они все возможности. Значит, есть требования к установке по железу. Вот она. Для Windows-системы. Вот она ссылка, я ее в чат поместил. Вот. И здесь есть отдельная страница. Раньше она рассчитывалась попроще. Сейчас она рассчитывается посложнее немного. Вот. Системные требования к операционной системе. Тут рассмотрены к обновлениям, там, ко всему. Я их кратко указал, но подробно сейчас я зачитывать эти слайды, эту страницу как бы не буду. Вот, также есть требования для настройки сетевых адаптеров и настройка
в операционной системе для Windows. Так, также для установки на базе Debian вот есть вот отдельно такая вот информация на данном сайте. Вот я эту ссылку также помещу. Здесь расписаны требования. Также указано, где скачать дистрибутив. Мы вот перейдем отсюда, его сейчас скачаем, либо он у меня уже даже скачан, и будем его использовать. Вот. Тут расписаны поддерживаемые даже микрокомпьютеры, типа как, ну, как Raspberry Pi или мини-системы, на которых может быть установлено 3CX, да? Вообще, это Raspberry Pi — это отдельный вопрос, но это также мини-ПК, на которых протестировано и на которых сам 3CX поддерживает установку платформы, и эта платформа как бы поддерживается. Вся информация, которая она представлена на сайте, она поддерживается, и эта установленная система, она будет поддерживаться самим 3CX. Все, дальше тут рассмотрен процесс установки, мы его листать, рассматривать не будем. Мы это, эту установку произведем уже в действительности. Вот, итак, давайте посмотрим на системные требования, на требования к железу. Вот у нас на Windows, да, есть рекомендации, рекомендованные требования к аппаратному обеспечению. Вот здесь вот подробно, даже на английском языке, на русском, наверное, нет, расписана и дана таблица, даны таблицы, на какое количество вызовов и на какую емкость требуются те или иные системные параметры. Вот. Здесь вот по данной ссылке я тоже помещу, и зачитывать, перечитывать я ее не буду. По данной ссылке в чате можно перейти и посмотреть. Соответственно, мы посмотрим, что для small установки, для самой минимальной установки подойдет Core i3, подойдет для Linux одно ядро, виртуальный один процессор, 1 гигабайт оперативы и 30 гигабайт жесткого диска в режиме SSD. Фактически даже 3CX, вот эту 16-ю, устанавливали и на Celeron. То есть требования эти могут быть еще и меньше, да? Но это уже не поддерживаемая конфигурация. То есть если вы установите, сделаете потом запрос в техподдержку, техподдержка скажет, что у вас система не соответствует вот этим вот требованиям. Тут был недавно один казус, точнее недавно, а в декабре прошлого года, когда была другая информация, более простая, по 3CX 16. Мы установили платформу 3CX на сервер, начали ее использовать, потом оказалось, сделали тикет в техподдержку 3CX, вот потом оказалось, что производительность системы недостаточная, то есть она вроде бы нормально работает, но при определенной нагрузке не начинает подвисать веб-браузер. Вот, и начинает подвисать, собственно, сама система. Сбоя в системе в телефонии не было, то есть телефония продолжала работать, но были некоторые тормоза при доступе к веб-браузеру, к системе через веб-панель. Вот, эти тормоза мешали. Я сделал лог, сделал заявку в 3CX, и мне указали на этот сайт о том, что вот такие должны быть требования, а сервер там был какой-то Xeon мощный, но не хватало оперативной памяти, и даже ядер не хватало. И мне указали на то, что у вас не хватает ядер вот, для данной емкости. Там был Xeon процессор мощный, теоретически этих ядер должно было хватать. Поэтому строго рекомендуется отталкиваться от вот этих вот требований для использования в промышленной системе. Если это какое-то большое предприятие, там несколько сотен, либо одна сотня абонентов и много одновременных вызовов, для того, чтобы не было нюансов, вопросов к работе системы, необходимо отталкиваться от этих требований. Давайте перейдем уже непосредственно к установке системы. Вот и перед этим рассмотрим по лицензионному ключу. Да, я хотел еще показать, как получить лицензионный ключ, как попробовать сам 3CX. Вот. Опять же, в Гугле необходимо ввести 3CX try. На английском я так вводил, try. 3CX try. И тут выходит try free PBX. 3CX free, но это не
неправильно. 36 free pbx posted. Вот. И в этом try у нас будет такая форма на странице 36 try. Необходимо указать свое имя, фамилию, указать свой email адрес, нажать, указать дополнительную информацию, нажать submit, и, соответственно, придет электронная почта, и по этой электронной почте можно будет получить лицензионный ключ и, соответственно, скачать сам 3CX. Давайте создадим его заново. Мы его назовем семинар 3CX MSK. Семинар 3CX MSK. Gmail.com. Любой Google, можно Яндекс, можно любой Mail использовать. Так, все, вот семинар 3CX MSK. Я думаю, этот аккаунт здесь уникальный. Сделаем пароль. Сделали пароль. Идем далее. Создаем этот аккаунт просто на Google, да? Сохраняем. Номер телефона пишет, мы его не указываем. Резервный адрес тоже не указываем. Установим день рождения. 01 января 31 декабря, не помню. 1 января 1970 года, правильно? Пол мужской. Далее. Все. У нас Google почту создал. Так, Google почту у нас создал. Все, мы имеем почту отдельную, семинар 3CX gmail.com. Он у нас запоминается в самом Google браузере. Вводим свои данные. Вводим zip-код. Тут пишется Moscow, можно выбрать. Там zip-код, он цифровой не подойдет. Вот нужно выбрать из списка Moscow. Компания Epimatica и телефон. Ну, пусть вот этот будет. Пусть вот этот телефон будет. Number and extension. Вводим 025. Так, меня видно, нормально слышно. Там запись идет. Так, и... I consent to be... Хочу участвовать... Хочу связаться с 3CX для оформления партнерства. Можно выбрать эту галочку, они перезвонят, вот, они заведут лид, потом будут как бы вас обрабатывать. Так, я сейчас попробую не выбрать эту галочку, по-моему, можно не выбирать. Нажимаю submit download и все. Check your email, including your spam folder to verify your email адрес. Все, мы получили на наш электронный ящик, который даже еще не открывали. Мы получили почту. Вот он у нас для сегодняшнего аккаунта. Мы его отдельно сделали. Мы его в дальнейшем будем использовать и в дальнейшем как бы с ним будем работать. Вот, все. Так, на наш электронный ящик пришло письмо. И в этом письме нас просят подтвердить этот email. Мы нажимаем подтвердить, нас отправляет на сайт 3CX и пишет, ваш email подтвержден, можно начинать. Дается лицензионный ключ. Мы только что сгенерировали еще один лицензионный ключ. Другой сгенерировал вчера на другом адресе, я его достану. И мы этот ключ можем совершенно благополучно использовать. Вот он у меня, этот ключ. Прошу сейчас его быстренько не копировать, поскольку я сейчас буду на нем развертывать систему. Вот он этот наш ключ. Все, для развертывания системы, поскольку у нас облачный тренинг, можно так сказать, мы будем использовать Microsoft Azure. И в Azure я вхожу в свой аккаунт. Так, вопрос настройки Azure аккаунта – это отдельный большой вопрос. Там потребуется карточка. Какая-то действительная карточка, причем виртуально не принимается, для того, чтобы зарегистрировать этот аккаунт. Для Azure необходимо
для проверки использовать банковскую карту, ее зарегистрировать здесь. И дается там 12,5 тысяч, по-моему, для бесплатного использования виртуальных машин. Все, меня запустило под Cloud PBX с IP-мачкой gmail.com. И я на главной странице Microsoft Azure. Здесь я еще ничего не активировал. Вот. Собственно, рассматривать всю эту систему я как бы не буду. Вот у меня здесь есть бесплатная учетная запись, там написано, указано, какая карта у меня там привязана, ну, полностью не указано. Вот, и пишет, что 12,5 тысяч рублей у меня на счете, и я могу использовать такие вот облачные сервисы. Вот, для того, чтобы поступить проще, тут слишком много кнопок всяких, слишком много всяких рюшечек, плюшечек. Чтобы не мучиться с этим, да, у нас цель установка и рассмотрение, изучение 3CX. Мы в поиске просто вводим 3CX. 3CX. И здесь у нас в маркетплейсе дается нам 3CX Phone System Marketplace. Вот. Мы дальше можем на нее наступить, на эту ссылку. И нас переводит на Marketplace приложение 3CX. Все. Дальше мы можем совершенно бесплатно в режиме ограниченного времени, там месяц дается на использование, нажать кнопку «Получить» и, соответственно, войти и ввести свою еще раз электронную почту. Войти и получить 3CX. Вот, все, я еще раз вошел, еще раз нажал, нажимаю кнопку «Получить». Azure Marketplace, сейчас уже внутри Azure. Все, создаем приложение в Azure. В Azure. У нас план программного обеспечения 3CX System 16, ценность использования собственной лицензии плюс затраты на Azure. Система Azure Microsoft, как бы она затратная, в зависимости от емкости, там будут сниматься деньги. В Azure нажимаем «Продолжить». Мы согласны с этим планом, подтверждаем условия, нажимаем «Продолжить». Вот. Условия, так сказать, такие хорошо платные, вот как со стороны облачного провайдера на Azure. Вот, но это уже как бы такие коммерческие, да, к провайдеру самого Azure. Эти уже вопросы техники не касаются, мы рассмотрим лишь возможность. Вот, Microsoft, он вообще как бы всегда дорогой, да, и операционные системы, как бы все дорогое. Вот, и, соответственно, виртуальные машины. Все, у меня сейчас вылезло окошечко. Вот, хорошо. Что у меня доступно 12500. Вот я могу эти 12500 использовать. Надеюсь, мне этих денег хватит. Вот. Нажимаем кнопку «Создать» и создаем нашу систему. Создается виртуальная машина, у нас пишет. Все, дальше у нас пошел мастер создания нашей 3CX-системы. Создаем новую группу ресурсов. Она будет называться «Семинар». «Семинар 1» без всяких. Так, имя виртуальной машины. Семинар 1. Регион. Пусть Западная Европа будет. Выбрали регион, выбрали, где это будет установлено, да, в каком регионе. Вот, ввели имя. Вот, и здесь нам необходимо теперь выбрать размер виртуальной машины. Размер виртуальной машины, это у нас 1,7 гигабайт. Так, рекомендуется издателем образа. Да, размер рекомендуется издателем образа, поэтому мы здесь размер выбрать вручную не сможем. Там дальше по размеру еще должно одно окошечко получиться. Так, потом дальше обязательно здесь необходимо указать имя пользователя. Пусть у нас будет админ. Так, не должны зарезервированность админ. Это имя для доступа в SSH, да?
Ну, я его сделаю Олег. И буду использовать доступ по паролю. Здесь можно сгенерировать ключи, но генерировать ключи я не буду, поскольку их потом нужно помещать в пати. Вот, их нужно, по-моему, даже там преобразовать с помощью конвертера. Это все долго, это все нужно с этим возиться. Используется тип диска SSD стандартный, тип шифрования, шифрование по умолчанию. Вот это мы все не трогаем. Пишем далее, вернее, идем далее. Сетевые подключения. Оставляем как есть. Виртуальная сеть используется вот это, подсеть это. То есть здесь оставляем все как есть. Группа безопасности тоже по умолчанию. Балансировка нагрузки у нас не задействована. Идем далее. Вот. Включить базовый план безопасности. Так, это для защиты. Ну, хорошо, пусть будет включен. Включить мониторинг, диагностика операционной системы. Все, вроде бы мы все включили. Наверное, план безопасности его выключу, чтобы он нам ничего не тормозил, ничего там нам не делал. Все, дальше вот эти вот настройки выбрал по безопасности. Далее. Далее у нас пользовательские данные. Группа размещения взаимодействия. Вот далее какие-то теги. Вот нам эти теги, они особо не нужны. Мы просто выберем семинар 3CX3 для того, чтобы его можно было потом. Да их, по-моему, вообще можно не вносить. Вообще их взять в корзину, удалять, да и все. Не нужны эти теги, мы не будем с множеством виртуальных машин это использовать, поэтому эти теги там для умного поиска, они нам не пригодятся. Так, все, у нас виртуальная машина создается, проверка пройдена. Дальше мы можем посмотреть параметры ее, согласиться с этими параметрами и нажать кнопку «Создать». Создаем виртуальную машину. Развертывание выполняется. У меня тут сетевые некоторые... информация о создании сетевых групп безопасности, сетевых параметров. Значит, я переходил на страницу самого 3CX, да, вот здесь вот мы можем скачать дистрибутив, а можем перейти на PBX Express. И так вот, PBX Express нас потребует попросить лицензионный ключ, и уже из панели самого 3CX настройки PBX Express. PBX Express вообще это метод и это способ использования 3CX на облачных провайдерах. Это не какой-то там супер метод. В нем, конечно, есть свои конфигурационные файлы, свои правила, своя система, допустим, не знаю, свой какой-то специальный описательный язык для совместимости с облачными провайдерами. Да, есть какая-то определенная система для того, чтобы интегрировать возможность запуска на своем облачном провайдере вот эту систему 3CX. Вот. Далее нас отправят на облачный провайдер. Вот. Но мы это сделали, собственно, изнутри облачного провайдера. Тут мне перед этим подсказывали, что если мы виртуалку останавливаем, то время перестает считаться. Да, это верно. Вот. Но я не хочу останавливать виртуалку, пусть она у меня эти 3 дня поработает. Мы перешли в виртуальную машину, да? Которую мы только сделали с 3CX. Вот здесь, в этой виртуальной машине. Так, нам необходимо, можем скачать сведения о развертывании, они ничего нам не дадут. Нам просто понадобится IP-адрес, да, вот имя развертывания. Вот, мы дальше должны перейти в эту виртуальную машину. Вот. И в этой виртуальной машине она называется Семинар 1. Вот она, наша виртуальная машина. В Западной Европе она находится, на испанском. Написано.
И в этой виртуальной машине вот такие вот параметры. У нее вот такие параметры, которые здесь показаны на рисунке, надеюсь, его видно. Вот. И по этим параметрам, по адресу, по-моему, 5015, можно пройти, копировать буфер и произвести настройку. Да, вот я скопировать адрес виртуальной машины своей, адрес облачной 3CX, которую я развернул. Так, и там, по-моему, еще HTTPS попросит. Но, по-моему, и не попросит. Все. Я вышел на адрес 5015 по этому IP-шнику. Соответственно, я уже на своей облачной виртуальной машине. Я на своей облачной виртуальной машине. Здесь я должен ввести лицензионный ключ. Этот лицензионный ключ я беру с той страницы, на которую меня переадресовало из ящика электронной почты, да, там, где мне сделали в 3CX аккаунт для моего ящика, вот здесь вот. Вот. У меня должно быть второе еще письмо. Вот, во втором письме, здесь вот меня точно переадресуют, тут где-то есть ссылка. Вот, ну, ключ также указан и в почте. Вот, есть ключ на вот этой странице, на которой я переходил. И ключ также есть в этой почте. Я беру этот ключ и, соответственно, в настройку самой 3CX этот ключ устанавливаю. Так, и мне нужно переключить язык на русский. Соответственно, вот я выбираю русский язык, да, и провожу дальше установку самого 3CX. Все, устанавливаю. Так. Устанавливаем. Дальше все, ввели ключ. Дальше просит меня ввести имя. Здесь будет у меня имя Олег. И пароль для доступа к системе 3CX. Вот, я буду пользоваться вот этими параметрами. Здесь можно ввести имя админ и пароль. Абсолютно как бы любое имя. Это имя администратора 3CX системы. Нажимаем кнопку «Далее». Сохранить. Да, это имя нам пригодится. Сохранить. Все. Дальше. У нас 3CX спрашивает. Вы используете внешний адрес такой? Да, такой. Этот адрес, который был мне присвоен моей виртуальной машине в Microsoft Cloud платформе. Это тот адрес. К этому адресу будет привязываться DNS. DNS-имя, которое нам присвоит 3CX дальше. Дальше мне пишут, что у меня статический IP-адрес. Да? У вас статический IP-адрес. Такая конфигурация работает надежно. Так, и мне здесь необходимо указать динамический либо статический. У нас машина временная, но если создается виртуальная машина в 3CX, то, как правило, здесь на период работы дается статический общедоступный адрес. Поэтому выбираем статический. Если это предприятие, либо какой-то домашний офис с роутером, с билайном, допустим, да, там дается динамический адрес, и, соответственно, его нужно выбрать. Для того, чтобы 3CX внутри себя смогла этот адрес подставлять при связи с провайдерами, при работе с SIP-сигнализацией. Далее нажимаем. Все. Здесь настройка FQDN – это доменное имя, которое может быть использовано. Мы можем здесь использовать вообще имя своего предприятия, да, ввести его просто вручную. Но мы можем использовать FQDN, который нам даст 3CX. Нам необходимо ввести имя. Оно будет так и называться – 3CX Seminar MSK. 3CX, нет, семинар 3CX MSK. Семинар 3CX MSK. Далее нам необходимо выбрать, где будет, в какой зоне будет использоваться наш домен. Здесь мы должны выбрать Европу.
и мы должны выбрать Россию. Maya30x.ru. Соответственно, можно выбрать там Казахстан. Раньше его не было, там Казахстан, Беларусь, по-моему, нет. Вот. Казахстан тоже Азия. Екатеринбург тоже. Ну, Екатеринбург-то больше к России относится. Вот. 3Maya30x.ru. По-моему, Казахстан уже должны были добавить здесь. По крайней мере, с 2018 года, когда мы ездили в сам Казахстан. И обещали, что добавят. Семинар 30xMSK, my30x.ru. В этой доменной зоне у нас будет домен. Нажимаем «Далее». Далее нам предлагают изменить порты стандартные 5001 и 5000. И это для управления. 5001 HTTPS с сертификатом защищенным. И 5000 это просто порт для HTTP управления. Если предполагается доступ к АТС снаружи, то этот порт необходимо наружу закрыть, поскольку соединение не защищенное сертификатом. Вот, HTTPS 5001 опубликовать наружу. Далее. Нам необходимо указать порт для SIP. Это порт 5060 по умолчанию. И указать порт для туннеля. Это порт 5090. Я эти порты оставляю по умолчанию. 5060 это стандартный порт для использования протокола SIP. А 5090 это уже свой 30x-овский порт для работы 30x туннеля. Нажимаем далее. Все, теперь нам необходимо выбрать интерфейс. Если интерфейсов несколько, то они тут будут все отображаться. Нужно выбрать правильный интерфейс, через который будет доступ в интернет. В частности, у нас это Cloud-машина. Здесь в Microsoft Cloud Pager используется своя внутренняя сеть, своя внутренняя адресация. Там у меня даже в кабинете создан как бы виртуальный свитч. Я могу группировать в нем порты, объединять виртуальные машины в рамках виртуальной сети. И эти порты, сетевые интерфейсы, они один к одному переадресованы на вот этот внешний IP-адрес. Да? То есть порт виртуалки связан с портом внешним на внешний адрес. Все. IP-телефоны будут подключаться к АТС по локальному или FQDN. Так, IP-телефоны будут подключаться, здесь нужно выбрать по какому, по локальному IP-адресу или по FQDN. У нас будет использоваться публичный доступ, поэтому у нас телефоны не в локальной сети, поэтому выбираем FQDN. Соответственно, мы здесь должны указать локальный FQDN. А, это телефоны в локальной сети, как они будут использоваться. Так, здесь я предполагал, что мы создадим SBC, Session Border Controller. Еще один телефон по нему зарегистрируем. У нас в предприятии нет специального DNS, поэтому мы здесь локальный FQDN и DNS использовать не будем. Итак, если мы просто используем систему IP-адресации в локальной сети и используем 30X, либо SBC, Session Border Controller, в локальной сети, то мы выбираем локальный IP. Если у нас в предприятии работает система доменных имен, то есть есть свой DNS-сервер какой-то на Windows, допустим, да, в рамках доменной Active Directory, вот, то мы можем использовать FQDN и использовать имя. Это имя может быть одинаково с тем именем, которое у нас присвоено 30X. Да? Только оно нашим DNS должно резолвиться как внутреннее имя с внутренним IP-адресом. Все, у меня будет по локальным IP, я нажимаю «Далее». У нас 30X на вот этой вот, на вот этом IP-адресе. Нажимаю «Далее». Далее у меня идет создание сертификатов, идет автоматическая установка, настройка самой 30X-системы. Вот, и пока у нас здесь создается, давайте попробуем, совершим такую дерзкую попытку установить еще одну систему на КВН. Вот здесь я подключаюсь отдельно к своему серверу. У меня сервер на адресе 250.188.
Вот все, сервер у меня доступен. Так, я подключаюсь к панели управления удаленного моего сервера. Логин. Так, сейчас может не пустить. И не пускаю. Вот сейчас вот должно пустить. Сейчас пускаю. Вот у меня сервер есть. Это Supermicro сервер. С установленным Debian и с установленным KVM. На этом сервере я хочу подключиться к нему удаленно, поэтому я вот щелкаю в этом сервере через удаленную веб-панель. Да, это я вышел на веб-панель подключения к серверу. И хочу подключиться, собственно, к экрану моего сервера с помощью приложения. Нажимаю вот на этот экранчик, и у меня скачивается приложение, которое пишет, что может нанести вред компьютеру. Это Java-приложение, удаленная консоль. Я ее обновлю. Тут потребует обновления виртуальной Java-машины. Желательно последнюю версию использовать, поскольку само приложение тоже обновляется, оно скачивается с какого-то ресурса, да. Новая версия Java установлена, все, я теперь могу запустить эту виртуальную машину. Так, Java машина установлена, и все. Нажимаю Later. У меня запускается консоль для управления сервером. Сейчас я попаду на рабочий стол сервера. И на рабочем столе моего сервера я произведу установку с ISO-шника 30X. Еще одну установку. Вот. И для этой установки я попробую достать тот IP-адрес, тот, точнее, почтовый ящик, с которого я регистрировал еще один ключ вчера. Все, я сейчас на своем сервере. Это сервер на базе KVM, да? Вот он мой, этот сервер. Далее, нам необходимо создать виртуальную машину, а перед этим нам необходимо скачать, собственно, сам 3CX и ISO-шник, да, для того, чтобы его установить. Вот. Так, здесь у меня консоль управления, она не влазит в экран. Вот, хоть и тресни, я не вижу панель управления внизу от самого этой удаленной машины Linux. Соответственно, мне необходим будет терминал. Сейчас терминал. Су. Мне необходимо будет подключиться с помощью BNC Viewer. Тогда я смогу это управлять консолью. Так, у меня адрес на этой машине 250.81. Я сейчас запущу. VNC Viewer, подключусь, 192.168.250.81, да? И порт VNC, который у меня на сервере, сейчас его найду, netstat. Netstat'ом. Я увижу порт 5901. Вот он, 5901, это порт моего десктопного рабочего стола, сервера моего. 5901. Подключаюсь с помощью VNC. Меня просит пароль, ввожу пароль. Так, все. У меня загрузился стол. Так, и, собственно, в этом столе я открываю браузер, да? Вот он браузер, он мне виден. Ничего не свалилось. В принципе, здесь вот эта страница у меня в браузере открыта, да? Я могу здесь скопировать этот... либо просто нажать, и у меня скачается в браузере этот ISO-шник, да? Сейф. Он у меня уже скачан, он скачается еще раз. У меня же там есть. Вот. Также можно в IGE там скачать. Вот, здесь у меня сервер на Debian, он с десктопом. Но также эта система KVM, она может быть установлена на Debian без десктопа. Я использую десктопом для удобства, для того, чтобы
показать возможность установки на КВМ. Вот так вот мне вот захотелось. Указываем здесь, мы открываем монитор виртуальных машин, консоль управления КВМ-сервером, КВМ-гипервизором. Здесь создаем виртуальную машину, вводим New Virtual Machine, выбираем Local Install Media, нажимаем Format, вперед, выбираем наш этот образ, который мы скачали. Для того, чтобы мы его смогли выбрать, мы его должны как бы сюда добавить. Ну, если кто-то использовал КВМ, то знает, что тут нужно выбрать директорию, ввести имя этой директории, тест-2, допустим, да? Дальше в тест-2 нам необходимо выбрать, значит, downloads, выбрать вот сам ISO-шник, вот он, ISO-шник, то есть директорию с ISO-шником, нажать кнопку open, выбрать, нажать finish. Так, канал Define Operation Storage Source. Да, у меня конфликт, поскольку этот уже выбирал, поэтому мне тест 1 уже в этой директории уже выбрал. Все, нажимаем здесь finish. Так, здесь я отмену нажму. Вот. Ну, в принципе, если finish нажать, здесь появится тест 2 и появится директория, в которой указан этот ISO-шник. Далее. Выбираем этот ISO-шник. Нажимаем «Далее». Так, я сейчас этот сайт закрою, чтобы он не мешал тут мне на фоне, не маячил. Все, далее нам необходимо выбрать, использовать не DVD-ROM самого сервера, а использовать этот ISO-шник, да, выбрать, то есть вот этот вот файл ISO. Он будет называться Debian-64 Net Install. Хотя, я не знаю, чтоб я тут не прошляпил ничего. У меня тут еще и Debian-ы были. А, 3CX, да, вот он. Net Install 3CX, чтобы Debian не установить. Голый. Все. Нажимаем «Далее». Нажимаем... А, здесь мы выбираем оперативную память. Я выбираю «Выбрать». «Задать 4 гигабайта». 4.096. И выбрать... Тут 8 ядер, максимально 8. Давайте 8 ядер максимально выберем. У нас тут всего лишь одна виртуальная машина будет работать. Так, 4 гигабайта, 8 ядер выбрали. 20 гигабайтный диск, пусть будет 60 гигабайт диск, там пространства много. Вот, создать виртуальный диск, он у нас сейчас создаст виртуальный диск. Так, и ready to begin installation у нас будет называться, OS будет generic. Так, а вот тип оси, конечно, он... Вот здесь вот тип операционной системы лучше указать, чтобы не было generic. Не знаю, на что это влияет. Возможно, подставляет какие-то процессы. Процессоры там оптимизируют. Вот. Виртуализация. Так, и здесь мы можем выбрать Ubuntu, но можем выбрать... А, вот Debian Stretch, Debian Jesse. Debian Jesse пусть будет. Я вот не помню, 8-й, 9-й какой Stretch, Jesse. Тут уже, по-моему, не сильно важно. Вот, и все. Гипервизор оптимизирует систему под работу Debian. Вот. Эта система не коммерческая, поэтому несколько раз потребуется тут кое-что вводить, даже может быть некоторые нюансы. Но система КВМ, она используется в коммерческих проектах, в таких как Proxmox, даже в гипервизорах для OpenStack и так далее. То есть она очень часто используется в качестве гипервизоров для каких-то коммерческих облачных систем. И вообще, КВМ, он в основном часто распространен в качестве гипервизора на облачных платформах. По крайней мере, в Амазонах, там, не знаю,
либо бэклауд и так далее. Вот нажимаем далее, все, 60 гигабайт. Далее, у нас не Debian 8 будет, не, надо было Debian, Jesse выбрать. Ну ладно, пусть будет 8, не будем его мучить. Надеюсь, он нормально установится. Здесь я назову его 3CX. Office. Все. Customize configuration before install. Так, здесь нам необходимо выбрать сетевой адаптер. По умолчанию он дает нам NAT, но NAT нам не нужен. Нам нужен физический адаптер. Он у нас будет ENO1 называться. Он так называется в системе. Можно и в конфигом проверить. Так. И режим Bridge, да? То есть у меня адаптер сервера будет связан мостом с адаптером виртуальной машины, с виртуальным интерфейсом виртуальной машины 3CX. Все, 3CX Office. Создаем, нажимаем Finish. Так, далее. Нам необходимо здесь, вот у нас виртуальная машина создалась, нам здесь необходимо сделать так, чтобы у нас CD-ROM загружался первым. Вот здесь мы выбираем CD-ROM и добавляем приоритет. Да, тут virt.io диск 1, он в формате специально выставлен. А здесь вот IDE CD-ROM мы выбираем первым. Потом мы его отключим, когда установим 3CX. Все. Нажимаем Apply. И все. У нас настройки применились. Так, мне, по-моему, придется все заново повторить. Так, Linux. Заодно я выберу правильную операционную систему. Так, 4096, 4 гигабайта, 60 жесткий, 60 гигабайт диск, далее, Debian 9 пусть будет, да, 3CX, все, Network Selection, выбираем не NAT. Режим Bridge, нажимаем Finish. Все, у нас виртуалка создается. Соответственно, эта виртуалка загрузилась с жесткого диска. Все равно нам придется это выключить, поскольку у нас сейчас управление отсюда не получится. Вот, у нас здесь нам необходим доступ по VNC еще внутрь виртуальной машины. Поэтому нам ее придется отключить. Да, еще плюс. Меня схватило внутри самой виртуалки. И нужно какой-то Ctrl-Alt-L выйти из виртуалки. Вот виртуалкой управлять отсюда не могу, поскольку нет захвата мыши, да? Поэтому я подключусь к виртуалке из VNC-консоли. Вот, далее, вот здесь вот в настройках я должен включить VNC-консоль на саму виртуалку. Это у меня VNC-консоль была на мой сервер, на сам Debian. А это будет доступ на саму виртуалку. Так, здесь мне нужно выбрать Display Spice, выбрать не Spice, а выбрать VNC. И выбрать порт 5900. Автопорт. Надеюсь, он меня по этому порту пустит. Без пароля. Все. Включаем. Change will take effect next shutdown. Соответственно, нам нужно выключить. Но мы попробуем ее не выключать, а просто запустить VNC клиент и подключиться к этой системе. Так, 81 у меня тут первый, а тут 5900 нужен, да?
подключаемся к 5900, не пускает, поэтому все-таки виртуалку нужно будет остановить. Force off. Yes. Так, смотрим на этот доступ. Он включен. И далее мы виртуалку стартуем. И у нас пишет Notebook Device, совершенно справедливо, да? Нам опять ее нужно выключить и выбрать порядок загрузки в настройках. Вот выбираем здесь Boot Options, порядок загрузки. Так, Start Host Bootup, Enable Boot Menu. Так, по-моему, у меня все тут установлено. Yes. Так, и у меня здесь выбран файл. Вот этот вот файл, да? Файл ИСОшника для развертывания виртуальной машины. Все. Virtual Disk D-CD-ROM выбран. Все выбрано. Все, теперь стартуем снова. Запускаем гипервизор, виртуальную машину. И все. Вот у нас появилась инсталляция уже. Но мы должны на эту виртуальную машину зайти с помощью VNC. С помощью VNC мы входим на машину, адрес 5000, адрес 2081, порт 5900, подсоединяемся. Да, все, стартует. Стартовала инсталляция. Все, и теперь мне нужно подключиться по VNC. Вот, мы далее, у нас 3CX установился, пока мы там игрались. Теперь нам просят создать добавочные номера для использования в нашем 3CX. Мы используем, будем использовать трехзначную систему набора номера, поэтому нажимаем «Далее». Далее мы должны ввести адрес администратора, email-адрес администратора самого 3CX. Далее нам необходимо использовать SMTP-сервер для отправки на этот адрес. Мы настраиваем сервера, с которых наш 3CX будет отправлять почту на наш аккаунт, который мы указали. Далее мы выбираем страну для установки времени. Да? Страну часовой пояс для того, чтобы внутри 3CX системы была произведена установка времени. Вот, мы здесь выбираем Россия. И выбираем часовой пояс. А, вообще-то нет. Здесь страна выбирается для кода. Это код телефона, международный телефонный код страны. Вот он, семерка, да? И здесь вот выбирается GMT плюс 3. Это временная зона России. Выбирается Россия. Нажимаем далее. Теперь у нас 3CX создает наш базовый добавочный номер по умолчанию, на который будут уходить все вызовы. Я его так и назову. Олег. Ну и, собственно, номер будет по названию 3. Номер экстеншена будет 3.0. И пишу сюда вот этот email адрес. И нажимаю далее. Все. Далее нам АТС предлагает сделать разрешение, куда можно звонить, на какие направления. Северная Америка, Южная Америка отключены, Африка, Австралия отключены. Также в Азии включен только Казахстан. Вот, остальные выключены. И в Европе включена только Россия. То есть по умолчанию вот эти вот все настройки, направления для вызова, они выключены. Все. Нажимаем «Далее». Далее нас обязательно нам нужно выставить язык системных сообщений, который будет использоваться в АТС. Выбираем русский. От этого будет зависеть, на каком языке будут проигрываться наши системные сообщения. Да? Когда мы там заняты, когда там человек разговаривает или когда там какой-то отбой. Это сообщение, которое проигрывается в телефонную трубку. Нажимаем «Далее». Ну все, у нас создается АТС, настраиваться, АТС уже создано, настраиваться АТС, и мы к ней подключаемся.
давайте рассмотрим вопрос настройки сетевых экранов. Сейчас чисто теоретически. Вначале у нас идет установка, и после установки у нас идет настройка сетевых экранов, сетевого экрана, если мы АТС используем либо во внутренней сети, либо наружу ее публикуем. Вот. Если АТС 3CX требуется использовать за NAT, то, собственно, необходимо учесть следующие вещи. Это настройка NAT-маршрутизатора и проброс портов. Нужно правильно настроить порты, которые будут далее указаны. И далее необходимо настроить SIP ALG на NAT-маршрутизаторе. А его необходимо будет просто отключить. Не то, что настроить, а эту настройку необходимо на маршрутизаторе отключить. Поскольку эта настройка, она используется для абонентских устройств и подставляет IP-адреса. Вот. Короче, она внутри SIP-сигнализации манипулирует IP-адресами так, в Session Connection Information, что мы можем просто не услышать звуки. Поэтому в NAT SIP ALG в основном необходимо отключить. Это как бы такая старая технология, которая ранее использовалась для использования шлюзов и работы SIP-протокола через NAT. Сейчас SIP-протокол заточен для того, чтобы обходить NAT, то есть эти все технологии в нем реализованы. Вот, и в NAT как бы для SIP-протокола тоже технология реализована, поэтому нет необходимости в этом протоколе. Далее, в фаерволе необходимо настроить диапазон портов для голоса, это SIP-RTP, и диапазон, так, и еще нужно настроить на порт для SIP-сигнализации, ну и, собственно, другие порты. Вот, на маршрутизаторе необходимо настроить переадресацию с внутренних портов на ATS-3CX наружу. Вот, потому что на NAT-маршрутизаторе по умолчанию из интернет сам маршрутизатор, он не пропускает запросы снаружи на ATS. И чтобы пропускал, необходимо настроить редирект портов, да, перенаправление портов. Вот, в качестве фаерволов иногда используется PFSense, либо какие-то WatchGuard, либо SonicWall. Вот, но 3CX не занимается настройкой маршрутизаторов. У нас в основном это микротики маршрутизатора, это может быть Kerio, это может быть на Linux какой-то маршрутизатор, но даже на базе FreeBSD какие-то бывают маршрутизаторы. Но, значит, вопросы по работе маршрутизаторов техподдержкой 3CX не рассматриваются. То есть они не будут подключаться, настраивать маршрутизатор. Они просто проверят, ага, все, неправильно настроен маршрутизатор. И ваши вопросы как бы решать не будут. А как настраивать и проверять настройку маршрутизатора, мы посмотрим дальше. Вот, теперь работу настройки NAT необходимо выполнять для IPv4, то есть IPv6 там не задействуется. Вот. И в маршрутизаторе необходимо настраивать списки доступа, то есть ACL списки с возможностью открыть или запретить доступ, контроль доступа к данному сервису, 3CX сервису. Вот. Для работы 3CX необходимо также добиться разрешения на работу протоколов 5060 для IP-телефонии. То есть провайдер тоже должен разрешать работу этих протоколов. Вот. И работу приложений для того, чтобы по IP-адресу смогли подключиться по SIP-протоколу, по протоколу 5090 для 3CX туннеля. Вот. И здесь также указано, что IPv6 не поддерживается, да, в самом 3CX, не для NAT, он как бы не поддерживается. Вот. Если используются ACL списки, то для IPv6 должны быть созданы списки контроля доступа в маршрутизаторе.
Вот. В основном в предприятиях используется над как бы полный конус, когда снаружи один белый IP-адрес, а внутри предприятия множество IP-адресов. То есть маршрутизатор распределяет запросы от внутренних абонентов и от самого 3CX, да, наружу с помощью одного какого-то внешнего IP-адреса. То есть внешние сервисы, они видят эти запросы как от одного вашего внешнего IP-адреса. Этот способ называется full conus, либо полный конус. Если у провайдера используется несколько IP-адресов, вот, то, соответственно, необходимо на маршрутизаторе настраивать доступ на выход трафика и на вход трафика от соответствующих адресов. Соответственно, как пример, у нас в нашем предприятии используется несколько внешних IP-адресов. Вот, и у нас на какой-то один IP-адрес зарегистрирован сервис, доменное имя сервиса 3CX, и по этому адресу с нашим корпоративным 3CX устройства эти работают. Соответственно, в маршрутизаторе исходящие запросы от нашего 3CX через этот внешний мой IP-адрес настроены, да, отмаршрутизированы. Если используется вот несколько IP-адресов, то это все должно быть настроено для правильной работы. Вот, для работы 3CX снаружи, соответственно, должны быть настроены порты 5060 через маршрутизатор. То есть маршрутизатор должен редиректить внутренний порт 5060 на 3CX наружу. Вот. Это называется публикация портов. Вот здесь указан порт для 5060. Правда, непонятно, почему тут 443, здесь вот тоже должен быть 5060. У указанного абонента с IP-телефона может использоваться тоже порт в пределах вот этого диапазона 50-60. Да? Исходящий запрос через маршрутизатор отправляется на 3CX. Вот, соответственно, 3CX порта 50-60 отвечает. 443 порт – это обычно как 5001 порт. Это для авторизации по SSL, по секьюрному протоколу, по сертификату, по SSL-сертификату. Вот. И CPLG необходимо отключить на этом роутере. Вот. Для того, чтобы он CPLG не мешал работе наших приложений. ALG – это шлюз прикладного уровня, это компонент фаервола, который анализирует содержание пакетов и подменяет IP-адреса, и искажает, и изменяет содержание внутри SIP-пакетов. То есть модернизирует SIP-пакеты. Они как бы здесь, эти действия не нужны, поэтому на маршрутизаторах делается отключение SIP-LG. Вот. Значит, для провайдера необходимо указать, что 5060 порт должен быть перенаправлен. Также диапазон портов для голоса. А каждый сервис для голоса имеет свой диапазон портов, то есть там их несколько, с адреса с 9000 по 10999 должны быть перенаправлены также через маршрутизатор. Вот, для работы SBC и приложения необходимо настроить перенаправление порта 5090, и для автопровиженга телефонов и для доступа к АТС по веб-панели необходимо настроить порт 5001, это секьюрный порт. Вот. По этому порту телефоны получают конфигурацию. Вот. Также, если требуется использовать веб-митинг, то есть видеоконференцию, да, необходимо исходящие запросы в OCL-списках настроить на порт 443, для того, чтобы мы от 3CX смогли достучаться до 443 порта до 3CX сервера. И также необходимо открыть порт 5001, потому что наш браузер, он по 5000 порту не будет работать по WebRTC. А чтобы видеоконференция WebRTC запустилась, нам необходимо открыть секьюрный порт 5001. Вот это нам позволит выполнять, осуществлять, совершать веб-митинги и управлять сообщениями в зале. То есть управлять статусами, показывать, отображать статусы и передавать сообщения. Вот, далее.
Когда удаленные телефоны настраиваются с помощью автопровиженинга, это так называемый режим стан настройки IP-телефонов 3CX, то, соответственно, должны быть включены, перенаправлены и открыты входящие порты ZONA для портов 5060, для аудиопортов и порт 5001 для телефона. Также для веб-клиента необходимо открыть порт 5001 TCP для секьюрного доступа и порты 10500, 10999 для WebRTC отправки потока. Потом, для работы удаленного мастера настройки, как я уже показывал на Azure, необходимо временно открыть порт 5015 по протоколу TCP. Потом его необходимо будет закрыть, когда мы этот наш АТС это уже настроим. Да? Ну, его необходимо этот порт будет закрыть для того, чтобы, ну, вообще, как бы, уже не понадобится. Ну, как бы, чтобы он никому не мешал, и на всякий случай его необходимо будет закрыть. Вот, правильность настройки фаервола выполняется в самом 3CX, есть отдельная вкладка. Вот, на этой вкладке можно нажать тест, и, соответственно, у нас 3CX отобразит зеленым, если тест будет пройден, и красным, если тест завершится неудачей. Вот, если все тесты завершатся неудачей, то, соответственно, нужно настраивать правила фаервола на 3CX. Вот. Ну, соответственно, в идеале все вот здесь вот должно быть зелененькое. Но существует еще вариант работы 3CX ZONAT, когда мы снаружи 3CX не используем. Тогда часть этих правил должна, может быть, и красного цвета. Вот. Значит, если у нас часть вот этих правил красного цвета, то есть тесты не прошли, то необходимо произвести настройку фаервола, но ни в коем случае не обращаться в 3CX с вопросами и просьбами настройки фаервола. 3CX нам ни в чем не поможет. Вот. И, соответственно, проверка фаервола может совершиться неудачно, если у нас 3CX используется за NAT внутри предприятия. Ну, она внутри предприятия может быть, работоспособность этого 3CX может быть использоваться нормально, когда нет необходимости подключаться снаружи. Да? Вот. Но если необходимо подключение снаружи, тогда вот здесь вот все должно быть зелененько. Вот. Если какие-то условия не срабатывают, то, соответственно, появляются проблемы со звуком. Вот. И в этом случае нам 3CX не поможет. Вот она показана, успешная проверка. И здесь показано, что проверяется. Какой у нас тип NAT, какие у нас порты опубликованы, какой у нас CPLG отключен, не отключен. Вот, сейчас мы должны проверить фаервол. И для теста нам необходимо здесь пройти проверку нашего настроенного фаервола. Вот сюда, если нажать, здесь будет сетевой экран. Да, сетевой экран и проверка сетевого экрана. То есть на самой главной панели там нужно нажать на красный сетевой экран. Все, делаем запуск проверки экрана. Нас сейчас проверит в нашем облачном провайдере. Проверить сетевой экран. Он долго будет проверять сетевой экран. Так, и смотрим, что у нас на нашем семинаре, на нашей виртуалке. Вот, Microsoft Azure. Вот, все как бы нормально, кроме вот этих вот портов для RTP, для медиа, да. Пишет, что нет проверки на полный конус. Вот остальные проверяются, но, вот, возможно, вот эти порты, они закрыты. Вот. 5090 открыт, 5060 закрыт. Сейчас мы посмотрим, чем это чревато.
попробуем сделать автопровижение телефона. Вот далее мы тихонько подобрались к тому, что необходимо уже развернули систему, необходимо настраивать телефон. Вот, перейдя в телефоны, мы здесь ничего не увидим. Если мы в локалке развернем 3CX, то мы здесь увидим наши IP-телефоны внутри локальной сети. Но сейчас эта система, она находится где-то в облаке. Чтобы увидеть IP-телефоны внутри нашей сети, для этого нужно использовать 3CX SBC. Session Border Controller. Вот он. Он находится на сайте 3CX по вот этому адресу. Вот здесь указано, как его использовать, как принцип его работы, как его настраивать. Вот, и здесь же, по-моему, есть информация о загрузке. То есть где-то можно найти ссылку, откуда его загрузить. Вот, ну, если даже здесь нет, я искать не буду сейчас глазами. Вот, его можно скачать совершенно определенно вот отсюда. Он есть в дистрибутиве Debian. И также он есть отдельно в виде приложения MSI файла для установки на Windows. Вот, сейчас это полностью вся система и 3CX, и SBC в одном Debian образе. То есть тут ничего не разделено, а все в одной системе идет. И все работает как бы на одной операционке, на Debian. Просто когда устанавливается Debian, запускаются скрипты в этом ISO-шнике, которые дальше устанавливают либо SBC, либо устанавливают 3CX-систему. Все, пошло скачивание пакетов. Вот, дальнейшая наша цель – это подключить вот эти два телефона. Они у нас в той же подсети, что и виртуалка с SBC, и в той же подсети, что этот ноутбук. Да, у меня роутер стоит. То есть получается у нас система за двумя НАТами. Дальше я сделаю еще один слайд. Вот, еще одну презентацию. Вот он у нас сегодняшний тренинг. Вот, и здесь схема стенда. Здесь у меня файл этот пока пустой. Я ничего в нем не рисовал. Здесь я буду делать схему стенда, которую мы сегодня будем, сегодня, завтра, послезавтра, которую будем городить, настраивать, смотреть. Так, дальше. Вот здесь вот это у нас будет сам 3CX, да? Вот, нет заливки. Все, вот он 3CX, мы будем подписывать. Вот. Так. SBC у нас получил IP-шник по DHCP с нашего роутера. Так, теперь я должен написать имя. SBC семинар. Семинар минус SBC годится. Так. Устанавливаем SBC. Далее. Нам необходимо выбрать язык, страну. Оставляем все по умолчанию, для того, чтобы не совершать какие-то дополнительные действия. Так, теперь нужен root-пароль, да? Этот root-пароль у меня будет просто password, root и password будет вход сюда, вот в систему. Так, далее. Проверяем, что пароль введен правильно. Сохраняем. Все. Дальше. У нас тайм-зона Восток. Дальше я напишу его имя. И дальше всю систему, которую мы будем к нему подключать, мы будем здесь дальше рисовать. Тут будет два телефона, приложение будет. Все. Использовать полный диск. Давайте использовать этот диск. Использовать все файлы в одной директории. Вот. Это, в принципе, процесс, который может даже использоваться для установки
собственно, родной системы 3CX. Сейчас мы SBC устанавливаем. Те же самые действия и для установки, собственно, системы 3CX. Так, сейчас у меня здесь сеть. Сейчас я нарисую офис. Это у меня будет офис, он будет показан штриховой линией. Вот это офис. И внутри офиса у меня, у нас точнее, сеть. Если честно, я даже не знаю, какая она сеть, внутренняя, локальная. И внутри этой сети у меня еще есть своя сеть. Как бы тут облачко нарисовать. Но облачко, наверное, я не хочу рисовать. Не буду рисовать. Я нарисую внутри еще одну сеть. Это будет моя сеть. У меня тут есть еще один роутер. К этому роутеру ноут подключен, Wi-Fi и прочее все. Эта сеть 192.168.0.0.24. Вот эта сеть. И внутри этой сети у меня как бы все работает, да? Вот, то есть здесь есть офисная сеть. Офисная. Здесь есть один роутер. И вот у меня здесь второй роутер, то есть у меня двойной NAT. И вот мне через эти два NAT необходимо пробросить мои IP-телефоны. Так, для этих IP-телефонов есть один вариант настройки. Вариант настройки напрямую по ссылке, по IP-адресу. То есть телефон из этой сети может подключаться напрямую, регистрироваться на 3CX. Этот режим указан вот здесь вот в слайдах. Опять же, нужно слайды эти открыть. Вот здесь в слайдах это рассмотрено. Рассмотрено в настройке настольных IP-телефонов. Вот, но здесь еще, по-моему, есть режим вот это SBC и режим STAN. Это завтрашняя тема, но я хотел бы ее сегодня пройти, поскольку мы немножко переформатировали этот тренинг. Вот. Завтрашняя тема, я хотел бы сегодня пройти. Пройти по настройке телефона в режиме STAN и в режиме SBC. Вот. Ну а тут еще есть файл по настройке IP-телефонов. Здесь рассказывается, что какие телефоны поддерживаются, какие способы настройки этих телефонов поддерживаются. В общем, для настройки IP-телефонов в 3CX вот есть преднастроенные прошивки, точнее специально разработанные 3CX прошивки для вот этих вот моделей. На соответствие прошивки можно проверить на самом сайте 3CX. И опять же, когда мы телефоны подключим к самой 3CX, да, они будут светиться соответствующим цветом. Если красным цветом, там будет писать, что не соответствующая прошивка, либо она старая. Вот, будет отображаться красным. Вот, в частности, 3CX разработал прошивки для практически всех моделей телефонов популярных. Вот. И они все есть на сайте. Там даже и ЦИСКи есть, еще больше. То есть это не весь, не полный список. Вот. Телефоны можно настраивать и вручную. То есть подключать сам телефон, регистрировать на 3CX по логину, по SIP-учетке. По логину, паролю, по SIP-учетке на 3CX. Но это неправильно. Телефон должен настраиваться автопровиженингом самой системы 3CX. И этих вариантов есть несколько. Есть вариант в локальной сети, когда 3CX обнаруживает эти телефоны внутри локальной сети.
Есть варианты через интернет. Варианты через интернет тоже два. Первый – это по прямой ссылке, это режим стан. И второй вариант – это режим SBC, также когда SBC из нашей внутренней сети обнаружит эти телефоны. Вот, соответственно, 3CX разработал свою прошивку, в которую уже включены там телефонная книга, то есть это вручную не нужно самому настраивать. Тут уже все есть как бы настройки на совместимость, и прошивка предназначена для, специально для 3CX. Вот раньше использовалась стандартная прошивка, а сейчас вот уже вот просто предназначается, да, эта прошивка, разработана для 3CX. Вот. И настройка бывает в режиме Plug and Play, режим DHCP по PNP, Plug and Play. Когда на телефон отправляется запрос SIP, телефон перегружается и забирает прошивку. И есть также режим DHCP настройки. Тогда необходимо в самом 3CX настроить, узнать точнее DHCP, адрес этого 3CX, узнать ссылку сервера конфигурации и это в DHCP сервере прописать. На сайте 3CX тоже есть эта информация, но сейчас будет использоваться режим Plug and Play. Но не от самого 3CX, а от SBC. Сейчас попробуем это сделать. Вот. Для того, чтобы Plug and Play настроить, мы должны увидеть телефоны, открыть телефон, назначить его номер, на него назначить номер и сохранить. Телефон перезагрузится и настроится. Вот. На телефоне настраиваются, точнее при настройке телефона в режиме автопровижен полностью все настройки. Временная зона, язык, сетевые настройки, VLAN, они все подхватываются из 3CX, да, из конфигурационного файла настроек для телефона. И после успешной настройки телефон уже является готовым к использованию. Также в самом, вернее, в 3CX есть возможность использовать телефоны посменно, то есть режим hot-desking, когда телефон просто регистрируется на 3CX без какого-то внутреннего номера привязанного по определенной учетке. И дальше пользователь приходит, вводит в телефон штрих-код, телефон забирает конфигурацию для определенного номера, то есть он перегружается и готов к работе для этого сотрудника, для этого внутреннего абонента. Потом, когда этот абонент завершает смену, он выходит из IP-телефона, то есть телефон перегружается опять в эту безымянную, без экстеншенового прошивку, без внутреннего номера, точнее конфигурацию. Потом следующий работник уже под своим другим номером подключается к этому телефону, так вот деском. Вручную это все не настраивается, это все настраивается с помощью автопровижена. Точно так же и BLF, вот, и система перевода для BLF, это все с помощью автопровижена. Вот. Для BLF также кнопки и индикаторы могут использоваться для различных целей, для перевода, для перехвата вызова, для быстрого набора, вот, и для мониторинга, для отслеживания статуса состояния как бы удаленного абонента, либо какой-то, ну, по поводу линии я точно не скажу, а по поводу просто в других наших АТС еще и линии можно по BLF отслеживать, а вот внутренних абонентов можно по BLF отслеживать, статусы их, вот, какой он там сейчас звонит, не звонит. Вот. Также по BLF можно выполнять смену статуса, вернее, отслеживать смену статуса пользователя, смотреть изменения состояния статуса в очереди, выполнять быстрый набор номера, набор специального номера на BLF можно, клавиша назначаться какой-то там короткий номер. Так. Вот, и также на BLF можно настраивать парковку вызова. Вот, а в 3CX, в автопровиженинге, система также управляет прошивками телефона. Система автопровиженинга может обнаруживать, какая
прошивка старая не соответствует, и предлагать установить новую прошивку. В последних была какая-то промежуточная прошивка недавно, которая устанавливалась, и она была только для 3CX, вот, и ее уже нельзя было использовать для каких-то других целей, то есть залоченная прошивка. Чтобы на нее обратно перепрошиться, необходимо в телефон перепрошивать его через технологическую прошивку. Мы сейчас это все посмотрим. Вот, там у меня есть определенный номер этой прошивки, и его можно посмотреть. Сейчас у меня два телефона, Т46 и Т48, мы их попробуем по-разному настроить. Вот, если в автопровиженинге запись светится красным цветом, то следует эту запись выделить и нажать кнопку прошивки. Вот, через веб-панель самого 3CX, через личный кабинет, у каждого пользователя есть личный кабинет, можно производить тоже вызовы, но также этой панелью и также приложением для Windows, да, можно использовать это приложение для управления телефоном. То есть этот метод 3CX можно использовать как CTI-приложение для... И IP-телефон можно использовать для совершения вызова. Вот, то есть это получается 3CX веб-клиент для удаленного контроля, вот, для управления телефонами через компьютер. Вот. И также в Chrome и Firefox есть отдельное дополнение, отдельное расширение, которое позволяет совершать call-to-click или те номера, которые светятся, в различных сайтах, на различных, они сразу определяются, через 3CX сразу пытается через них позвонить. У меня call to click тут, наверное, не настроен. Нет, он есть. Call to click. Поэтому, если я сейчас перейду на сайт IP-матики, вот она, IP-матика. Нет, это не IP-матика. IP-матика. Вот здесь вот у нас есть... А, все, я вижу уже. Вот здесь у нас есть телефоны. И эти телефоны, они могут быть набраны с помощью 3CX. 3CX-панели. Вот, нажав, мы переходим в веб-клиент. Просто вот эта вот штука, она настроена с моим старым 3CX, вот, который на 107-м адресе. Вот ее как бы необходимо перенастроить тогда, да? Это режим называется набор click-to-call, да, это дополнение. Вот, если используется режим софтфона либо с веб-браузера для CTI управления, то есть мы просто управляем вызовами, то используется механизм или протокол UACSTA. Вот, для работы правильно необходим браузер, соответствующий Chrome, Firefox или Edge. Вот. И телефон с прошивкой, которая поддерживается 3CX. И также по технической поддержке, если будут какие-то вопросы по телефонам, то 3CX, товарищ, который работает в 3CX, он ответит, что эти вручную настроенные телефоны или не поддерживаемые какие-то другие прошивки, они обслуживаться и поддерживаться не будут. Они логи не будут смотреть, либо увидят, что там другая прошивка, не та, которая указана, нерекомендуемая, и телефоны настроены не автопровиженными. Вот. Они сразу же отправят на перепрошивку на обновление прошивки телефона. Вот. А с помощью UACSTA можно управлять через приложение и через веб-браузер звонками через телефон. Тут показано, как совершать вызов, как совершать ответ на вызов. Ну, я надеюсь, мы это сегодня увидим, как выполнять дистанционный контроль и как использовать click-to-call. Вот это мы попробуем, постараемся посмотреть. Вот, в принципе, этот слайд я тоже отправлял. Вот, сейчас мы это все попробуем настроить, вот, и попробуем еще кусок теории этой сегодня рассмотреть. Вот, 3CX SBC
стейбл нам нужен. Тут есть в дистрибутиве, да, мы сейчас вернулись к установке нашего SBC. Вот, и у нас произошла первоначальная, произвелась первоначальная установка операционки, и дальше у нас появилось окно установки Session Border Controller, либо системы 3CX. Тут есть сборка 3CX Stable 16.05.619 и есть сборка 3CX SBC. Вверху это полностью система и бета ее версия не поддерживаема, только для проверки, для теста. И внизу два вида SBC, один стабильный и второй для теста. Все, нажимаем далее. Так, 3CX SBC Stable. Нажимаем далее. Так, и у нас что-то пробуется, ставится. Опять устанавливаются пакеты. Устанавливается SBC. Дальше, для того, чтобы знать, что такое SBC, у нас есть тема завтрашнего дня. То есть это тема на завтра. Удаленные пользователи IP-телефонов, SBC. Тут указано, как должны быть настроены сетевые экраны, вот, как настраиваются, какие поддерживаются телефоны, с какими прошивками. Да, на телефонах должна быть использована поддерживаемая, рекомендуемая прошивка. Вот, для предварительных требований необходим работоспособный почтовый сервер для того, чтобы пользователю послать уведомления. И должен быть доступ к нашему фаерволу для настройки, для того, чтобы можно было соответствующие правила настроить. Вот. Из требований по SBC. Значит, SBC может устанавливаться либо на Windows 10. У меня сейчас не получилось установить, поскольку у меня сам 3CX. Также может устанавливаться на виртуальную машину, используя дистрибутив Debian 9, либо SDEP пакетов. Либо SBC, ну что, мне кажется, наиболее правильно, может вот как раз использоваться на Raspberry Pi. Raspberry Pi. Вот, на микрокомпьютере, который продается там на Алиэкспрессах, на всяких мини-PC вот этих. Вот. И есть также другие требования, что для SBC должен использоваться статический IP-адрес. У нас, кстати, он тут в динамику вылезет. Вот сейчас посмотрим, как он с динамикой будет. И нельзя использовать Wi-Fi. Вот. Нужно отключить неиспользуемые сетевые адаптеры. Вот. И для установки SBC необходимо, вернее, требования, характеристики вот этого SBC. Да? Для Windows и для Debian можно использовать не более 100 номеров и одновременных вызовов, не более 1000 BLF оповещений, около 10 на одно устройство. И есть также рекомендации по оборудованию тут вынесены. Они рассмотрены в основном на сайте 3CX. Вот, если сейчас перейти на этот сайт, посмотреть рекомендации по SBC. И также тут указаны рекомендации для Raspberry Pi. Вот, и вот здесь вот указано преимущество вот от использования STAN на IP-телефонов. STAN – это протокол также, который позволяет определять IP-адрес вот, на телефоне. Если он находится в локальной сети, то в телефон возвращается его внешний адрес для того, чтобы можно было подставлять его в SIP-сигнализацию. Вот. Использовать статистический внешний адрес для работы внутренних телефонов не обязательно. Статический внешний адрес. Внутренние телефоны или SBC может также работать и за NAT. SBC создает свой собственный 3CX туннель и подключается с основным 3CX по 3CX туннелю. Вот. Тут также идет сравнение стана и SBC. В 3CX также методом STAN, метод STAN, вот он вот здесь описан, вот в этом файле.
вот здесь вот перед этим файлом как раз. Мы его сегодня чуть позже рассмотрим. Вот. Здесь указано, что с помощью STAN можно подключать IP-телефоны из локальной сети, из внешней сети, с внешним IP-адресом. Вот. И это дает возможность простой настройки телефонов, не требует какой-то публикации, перенаправления портов для телефонов, использует технологию RPS от самого 3CX. Вот. И как бы очень просто дает возможность для настройки IP-телефонов совместно с 3CX. Вот. Но также у STAN и SBC есть свои собственные минусы. Вот. Для STAN есть один плюс. То есть для STAN не нужна виртуальная машина. То есть если мы настраиваем IP-телефоны с помощью STAN, да, если мы просто ссылкой конфигурации настраиваем, то, соответственно, нам не нужна ни оборудование для установки SBC. А если мы используем SBC, то здесь уже нужно настраивать свою собственную виртуальную машину. Но здесь вот свои собственные есть плюсы. Это настройка внутренней сети, потому что через STAN обнаружение настройки по внутренней сети из облака телефонов мы не сможем сделать. Да? Если у нас внешняя 3CX, допустим, на Microsoft Cloud, то мы уже не сможем обнаружить наш телефон, автонастроить. Мы должны это настроить с помощью ссылки. Вот. И также для SBC эти все проблемы решаются. То есть SBC устанавливается во внутренней сети, этот роутер для 3CX. Вот. Весь сетевой трафик остается в локальной сети, но он переходит в... Точнее, направляется к 3CX через свой собственный туннель. Вот, решаются проблемы с NAT и CPLG, потому что если используя STAN, CPLG будет работать на роутере, то телефоны они тоже будут плохо работать с этим CPLG. Однажды я с ним очень сильно наигрался, вот, и не мог настроить ни станции, ни телефоны, там, и редирект просто его отключил. Вот, тогда у меня все пошло, все заработало. С проблемы могут быть с CPLG и с телефонами. Да? Вот, с помощью SBC идет шифрование всего по умолчанию. SBC можно бесплатно загрузить и установить, но нужно дополнительное устройство. Вот. Из станов есть минусы. Следующий из стана. Это предварительная настройка добавочного номера. То есть необходимо настроить добавочный номер, настроить, что он в режиме STAN, залезть в IP-телефон, в веб-интерфейс, загрузить туда ссылку в телефон, нажать пин-код и, соответственно, таким образом это все настраивать. Нужно сделать проксирование аудио через АТС добавочными номерами. Нужно сделать проброс портов на удаленном фаерволе. Зашифрованный канал связи нужно создать. Нужно создать S-Security SIP, то есть TLS вручную. Вот. И там полуручная настройка. И необходима проверка CPLG. То есть вот эти вот все условия для стана должны отрабатывать. Вот. Мы сейчас попробуем настроить один телефон и это посмотреть. Вот здесь вот дальше пишет, как настраивать с помощью стан. Вот. Дальше пишет, что такое стан. Дальше мы это все увидим. Вот. Дальше у нас идет SBC, но мы сейчас вот это вот зачитывать. Тут установка, кстати, для Windows идет, а у меня будет для Linux. Мы сейчас немного другое, потому что для Windows он очень просто настраивается. Вот. А для Windows он настраивается немного сложнее. Сейчас мы вот эти вот два способа посмотрим. Итак, давайте для начала, чтобы нас настроить наш SBC, создадим хотя бы один номер на самом 3CX. Вот. Во-первых, мы можем создать номер с помощью приложения. Да? У меня сейчас видно. У меня есть IP-телефон, у меня есть сотовый телефон, мобильный телефон, а камера вон там, мне не в ноуте камера. Вот. У меня здесь не установлено приложение 3CX. Я сейчас буду его устанавливать. Он подключен, по-моему, к моей тут сети. Вот.
даже к офисному Wi-Fi он подключен. Не к моей тестовой сети, а к офисному Wi-Fi. Вот. Сейчас мы на 3CX создадим, это нам уже не надо, создадим номер. Давайте перейдем в пользователи, добавим какого-то пользователя и назначим ему какой-то условный номер 300. Вот. И пусть у него имя будет Android или даже Huawei. Huawei, я правильно написал? Вот. И у него адрес будет вот такой. То есть мой вот этот адрес, который мы использовали. Нажимаю ОК, все. Все, мы номер создали. Здесь вот Huawei, ну можно фамилию там, не знаю, какую-то свою придумать, ну не столь важно. А это добавочный номер, с которого он будет доступен. Дальше. Нажимаем ОК. У нас создался номер 300. Соответственно, у нас на этот наш адрес отправилось письмо. Или отправится письмо. Отправится письмо. О том, что у нас создался номер. Вот. Нас показало, что наша система установилась. У нас также показало, что, скажем, некоторые советы по началу работы системы. У нас также должно еще прийти письмо вот здесь о том, что мы должны настроить какой-то свой клиент. Мы сделали, создали один номер для Huawei. Вот здесь вот мы в телефоне, в этом смартфоне, можем в Google Play найти приложение 3CX. Все, приложение установилось. Мы его открываем в телефоне, соглашаемся с вводом пароля, пишет «Добро пожаловать 3CX», нажимаем «Далее», «Тему», ну давайте светлую тему выберем, темная у нас уже была, пишем «Далее», 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 все, и начало работы. Далее мы разрешаем видео и разрешаем все, все. У нас приложение показывает «Отсканируйте штрих-код». Мы просто его берем, экранчику тут вот так вот подводим. И у нас пишет «Поздравляем! Эхо-тест!» «Разрешить! Разрешить!» И все. У нас уже идет эхо-тест на 3/7. Все. Так, и у нас получается, что номер готов звонить. Вот этот вот номер у нас, он у нас нормально отработал. И у нас вот здесь вот зарегистрировался наш телефон с адреса 178.57.85.3. Вот этот вот адрес, который как бы наш внешний, это наш внешний адрес нашего предприятия. И вот с этого 3CX фон Android 16.3.0.1. Этот номер 300 у нас здесь у пользователей светится как доступен. Вот теперь мы хотим еще что-нибудь настроить. Вот, давайте добавим еще одного пользователя. Это у нас будет телефон, да вот этот возьмем, Т46. В крайнем случае у нас вон там еще одни демо-телефоны есть, мы можем их потом задействовать. Если эти не под... если с ними траблы будут, а их потом задействовать. Вот ничего страшного. Он у нас и будет называться Т46. Т46. Так, мобильный телефон не нужен, все остальное не надо, исходящий колер ID тоже не нужен. Все. Нажимаем кнопку ОК. Вот, 300 у нас зарегистрирован. Добавить. Нужно добавить 300. Видите, нумерация идет, начиная с нулевого. Вот, на самом 3CX. Тут полностью весь пул номеров задействован, как для сервисов, как для служб.
так и для внутренних номеров. То есть общее количество номеров там 5000. Вот эти все 5000 номеров, как бы, это если используется 5-значный, да? Максимально 5-значный. Нет, не 5000, не 5000. 5-значное значение, 5-значная размерность номеров. А число номеров это 99999. Вот. Пятизначное, это я ошибся, не 5000. Пятизначное значение размерности 9999. Все, вводим email адрес. Делаем еще один. 301. И все, вроде бы он у нас все зарегистрировался. Т48 будем настраивать с помощью этого метода. Вот, IP-адрес у него 122. 1.222. Или даже немного не так. Вот, и перейдем в наш SBC, который уже установился. Он уже у нас установился. Вот, здесь требуется в нем принять лицензионное соглашение и ввести адрес для нашей системы. Доступ в веб-панель в нашу систему 3CX, которую мы только что настроили, да? Вот, у нас сам 3CX работает на вот этой вот панели. Семинар 3CX MSK my3CX.ru. Двоеточие 5001, да? Так, HTTPS надо указать. HTTPS, двоеточие. И порт 5001. Окей. Так, Access 3CX Management Console от DSBC. Authentication KID will be generated. Copy this key and space below. Все. Далее, для того, чтобы SBC подключить к самому 3CX, у нас в безопасности вот этих настроек. Вот, да, здесь мы вот видим, что сетевой экран у нас не прошел полную проверку. Так вот хреновенько у нас тут все работает, и поэтому мы можем иметь какие-то грабли. Вот это все должно быть зеленым цветом. Он 48-й, мы переименуем его тогда. 222. Все, это мы зашли в телефон. Так, здесь в настройках, в автопровиженинге, насколько я помню, вот, здесь нужно внести вот этот вот URL-адрес сервера. Да. В приветственном письме будет эта ссылка. Пин-код туда отправим. Т46 создался, нам повезло крупно. Вот, у нас для Т46, для 301 номера пришло письмо в почту. И мы можем с помощью вот этого письма настроить телефон. Тут также есть QR-код, вот он пришел. Также есть файл для автопровиженинга веб-приложения. Ну и, в принципе, какое-то PDF на руководство, которое там, может быть, пригодится. Вот. Для настройки самого телефона по MAC-адресу. Ну, телефон у меня открыт, слава богу. Добавить телефон. Вот у нас Т46, окей. Дальше выберите из списка моделей Ялинк. Да, и он потом прошивку попросит. Ялинк Т46S. И его MAC-адрес, который мы сейчас вытащим вот отсюда. Телефон этот есть. И там в нем как раз будет эта вот ссылочка.
Ой, плохая ссылочка, она нам не нужна. Смотрите, вот здесь вот ссылочка идет на внутренний IP-адрес. Это если бы у нас внутри сети 3CX и телефоны внутри сети. Но у нас используется 3CX подключение STAN. Вот оно. И вот эта ссылочка. Вот здесь вот мы нажимаем ОК. И в телефон вносим в автопровижнинг вот эту ссылочку. Обновить настройки. Вот оно, вот эта кнопка. И там, по-моему, все-таки логин, пароль нужно было ввести на АТС. Сейчас посмотрим, если он так вытащит. И по пин-коду. Опа. В телефон уже поехала это. Логотипа 3CX. Вот оно. Вот. Почему-то. Но этот телефон не был на 3CX. Там уже от кого-то что-то появилось. Вот, наверное, он что-то даже вытащил, вытянул. Хорошо. Так, теперь смотрим, что у нас в самом 3CX происходит. Телефоны. Телефоны у нас отсутствуют. Но это неправильно, поскольку даже тот телефон, который мы вручную добавили, он у нас должен здесь уже отображаться. Как невидимый. Вот, то есть тут он временами отображается, временами нет. И опять же, здесь должен быть вот этот вот смартфон, который мы уже настроили, он тут должен быть, уже присутствует. Почему-то его нет. Так, что у нас с телефоном? Обновление конфигурации идет. Все, на телефоне здесь засветилось welcome. Вот, и на самом телефоне у нас появилось 3CX, но аккаунт не зарегистрировался. Сейчас к нам в телефоне должен прийти пин-код. Вот, и по этому пин-коду у нас должна появиться авторизация. То есть этот телефон вот здесь вот должен будет отобразиться. Так, хорошо. Пока тоже не работает. Сейчас посмотрим на этот телефон. 192, 168, 1, 180. Так, я бы все-таки хотел SBC какой-то настроить, да? Подключим еще приложение 3CX. Приложение 3CX берется вот отсюда. Download Windows App и устанавливается на компьютер. Все, 3CX клиент нам подтянулся. Так, вот он 3CX клиент, install. И мы создадим еще один аккаунт, пока он устанавливается для 302 для вот этого 3CX клиента. Так, он будет называться PIN клиент. И он будет идти по этому же e-mail адресу. Сейчас для 302 PIN клиента нам должно прийти письмо. Так, все. Поэтому логину пароля у нас уже в этот телефон не пускает, поскольку он уже за 3CX-ился. И у нас для данного телефона есть для Т46 свой пароль. То есть он уже кусок прошивки подхватил у нас. Как-то уже прошился. Вот. И для этого телефона есть определенный пароль. Этот пароль вот указан вот здесь. Логин админ и пароль об интерфейса ввода. Так, что у нас тут? Вот мы вошли в телефон, да, он уже, у него уже прошивка как бы 3CX зашилась туда. Конфигурация. Да, и номер 301, Т46, уже как бы все появилось. АТС. То есть телефон у нас автоматически уже как бы настроился, да? Но он у нас не виден. Он у нас не виден. Вот этот вот клиент у нас виден. А телефон у нас не виден. Я не знаю, чего тут в нем. Это аккаунт 1. Какой у нас? Аккаунт 1. Все, подключено. Вот, и телефон настроен. Давайте позвоним. Не-а. Не хочет он у нас не настраиваться, не SBC, ничего не хочет. Все, давайте установим приложение, хотя бы его посмотрим, попробуем. С телефонами чуть потом повозимся. Так, еще раз посмотрим на вот этот вот фаервол. Что у нас?
SIP сервер 5060 открыт, SIP LB отсутствует. Медиа сервер. 30X медиа сервер. И какие-то там порты. Так. Это не нужно. How to resolve. Сейчас будет показывать how to resolve на провайдере. Все. Мы запускаем клиент. И для клиента, для Windows, у нас должно прийти еще письмо. Вот оно письмо. И в этом письме вот этот вот файл понадобится для того, чтобы Windows клиент подключить. Мы должны этот файл скачать. Должны этот файл открыть, показать в папке. Вот, и в этом файле важно. Вот мы его открываем. В нем сейчас будет важно знать линк для подключения. Да, вот здесь вот линк 10.004. Он есть, а этот local адрес он не работоспособен здесь. Поэтому 3CX будет подключаться, клиент будет подключаться по вот этому вот адресу. Давайте сейчас посмотрим. Мы на этот файл должны два раза щелкнуть, либо вообще его перетащить вот сюда. Так, select status. Сейчас, да, status available. Все, и теперь мы можем позвонить. Вот этот Huawei 300 на 302. Вот мы звоним, у нас Huawei тоже звонит. Раз. Вот мы на вызов отвечаем, пробуем отвечать, пробуем. Switch to set. Раз. О. Запишите. И вызов пропущен, да, тоже хорошо. Так, 300. Звоним на 300. Он хочет звонить. Так, 302, да? Блин, клиент. Давай еще раз позвоним. Раз. Все, да, я на вызов ответил. У меня или экран слишком скользкий, или так, или кнопки, или руки слишком сегодня нехорошо работают. Все. Вот, мы позвонили с софтфона на вот этот вот мобильный клиент. Да, два варианта. Есть еще один вариант, это веб-панель. Давайте ее посмотрим. У каждого пользователя внутри самой 3CX есть веб-панель. Вот, у нас два телефона уже подключились, два пользователя. Кстати, они до сих пор тут не видны, почему-то. А, у меня авторизация разавторизовалась. Да, точно. Слишком большое число неудачных попыток. Попробуйте позже или свяжитесь с администратором. Ну, в принципе, все. Он сейчас мой айпишник это запомнил там и не пускает. Так, но у меня есть еще один вариант. Это расшарить. Это расшарить этот мой интернет 3G. Ну и, собственно, своего ноутбука. Зайти. Я не знаю, откуда у меня это значение сейчас появилось. Вообще, я вроде ничего там не... Может быть, телефон какой-то авторизовался туда, либо еще что-то. Что-то там неправильно получилось. За какой-то, по какой-то причине меня выбросило из этого. Все, я выключил. Теперь точку доступа в режиме Wi-Fi я настраиваю. И мой ноутик вот этот маленький попробую подключить сейчас. Точка доступа Wi-Fi есть. Сейчас я ее тут найду.
Все, сейчас вот я к ней подключусь. Ну и, собственно, мне руками нужно забить этот семинар 30XMSK. Меня, может, еще из-за SBC не пустить, из-за того, что там какое-то поле неправильное было. SBC полез из моей сети. Вот эта машина, она полезла туда и не смогла авторизоваться с этого же IP-шника. Вот, и поэтому тут забанила. И он сейчас будет долбиться там до посинения. Так, HTTPS, да? А, 5001, все, сейчас 5001. Bad request, соответственно. Все, сейчас. Так, сетевой экран. Где-то здесь помещен мой IP-адрес. Адреса в черном списке. Один. Я вижу 85.83. Вижу в черном списке. Но с этого компьютера никак не покажу, поэтому я удаляю. Все. Сейчас меня должно впустить. Вот, меня уже впустило. И 302 уже зарегистрировался у меня, да? Так, входим. Сохраняем пароль. Вот он, его MAC. 1180. Для него создадим еще один номер в 30X. Так, вот, все, вижу Windows клиент. Еще какую-то фигню вижу. Они опять появились. Так, это Т-46. Вообще-то это должен быть Т-48, поскольку у меня для Т-46 он... Ну, Т-48 он тоже не поехал. Ну, ладно, будет следующий Т-46. 303, да, у нас его не было. Так, e-mail адрес вот здесь есть, указан. Все, есть 303, Т-48. Так. У меня два Т-48, мне два Т-48 не надо. Этот будет Т-46. Все, телефон у меня Т-46. Пробуем настраивать. На 1180. Вот этот вот IP-шник от него забираю. Так, автонастройка телефона. Ну, создаем. Вот он его MAC. Геолинки Т-46. Вот он, его MAC. Все есть. Так, автонастройка телефона. Вот здесь вот эту ссылочку. Глобальная сеть. Там. Эту ссылочку необходимо в телефон добавить. Добавили. Обновить сейчас. Окей. Да, и вот что-то на нем поехало уже. Шевелиться. Так, а здесь у нас наоборот. Необходимо его... Видите, конфигурация туда заехала. А сам телефон, он оказался Т-48. Неправильно, Т-46 сейчас прибил к нему. Его же можно сбросить, опять же. Сбросить. И его можно переназначить на пользователя на 301. Он у меня фактически Т-48. И я здесь автонастройку отвяжу его телефон. Этот раз. Окей. Ну, собственно, он в этих телефонах у меня не появляется. Вот они у нас пользователи. Вот он у нас пользователь вот этот. Ну и давайте попробуем сюда добавить автонастройку телефона. Ну что. А, его можно удалить вот так раз. Давайте удалим. Окей. Вот. И сюда. Добавить автонастройку телефона.
Здесь выбираем E-Link 48S. И здесь выбираем его IP-адрес, да, MAC-адрес, точнее. Все. Окей, T48S, у нас все правильно, все правильно. Сейчас сюда, по-моему, должна уехать какая-то конфигурация, но я его собью с помощью кнопки. 46 уже пошел настраиваться. Так, этот телефон тем временем уже у нас перегрузился. Но тоже что-то с ним. Сейчас будем смотреть. Так, отключено, приглушено, ринг 1. Так, звук, мелодия. Обновление ПО. Сброс настроек. Сейчас тут телефон поедет на сброс настроек. И в принципе он автоматом должен захватить эту конфигурацию. Попутно. Все, так. Опять же у нас два софтфона, а телефона нету. Ну все, телефон получил пароль. 46S. Возможно, в нем прошивка не соответствует. Все что угодно может быть. Но все равно он тут должен увидеться. И в 303-м, в 46-м нам нужно найти в автонастройке телефона. Ага. Способ настройки, локальная сеть. Язык, остальное все у него правильно. Вот, и в настройках IP телефона у нас есть еще... Этот вот пароль, по которому мы можем на него попасть. Вот он, пароль в интерфейсе. Логин админ, пароль пароль. Балуется компьютер. Так, окей. Все, пусть это не забанит. Нет, пустил. Почему он меня не пускает? 303. А, вот он. Все, я вот неправильно сделал. Я попробовал перегрузить. Сейчас должен какую-то конфигурацию туда потянуть. Посмотрим, потянет ли он конфигурацию сам. Вот. И на 1122 у нас уже проснулся. Вот он у нас. 1122 это для 48-го, да? Для 48-го, для автонастройки телефонов, у нас тоже 10 этот. Я только что его перенастраивал. Везде вот этот 10.00 светится. Так, Т46, что у нас сейчас с ним? Где он? Ноут сервис. Нет, все равно он 10.3.0.4 пишет. И все равно его надо сбросить. Все, сбрасываем. Сейчас он у нас должен зазвонить. Сейчас он у нас все-таки должен настроиться. Это Т46, который у нас на вот этом вот номере стоит. Т46 у нас на внешнем адресе. Отдаленное подключение стан. Все как положено. После сброса в нем нужно всего лишь прописать вот этот вот пароль. Этот адрес. Не сбрасывай. Так, ну давайте попробуем еще раз этой кнопочкой там, пошатать. На двух телефонах нет регистрации. Так, и нам еще нужен вот этот вот Т48. Вот он Т48 у нас. Он у нас на 30 CPP. И мы 48 сюда прячем. Т48S. Его MAC-адрес. Только надо знать, на каком он айпишнике, чтобы не сунуть прошлый айпишник. Ненужный. Так, 122 у нас. Да, это на заводских сейчас у нас.
Нужно MAC-адрес в него определить. Вот, мы его задаем. Нажимаем ОК. ОК, вроде бы все. А вот и не все. Вот эта вот дрянь нам мешает жить. Все, нажимаем. Пробуем. Он у нас был по умолчанию настроен. Так, а этот у нас телефон перенастроился или нет? Второй. С обновлением конфигурации. Нет. 303 с 48, да? Все, настраиваем. Сейчас 48-я прошивка, вроде все как положено. Да, телефон уже пошел, собственно, должно хорошо стать. Вот, но этот у нас ждет SBC, наверное. С SBC у нас все глухо. Вот эти вот значения что-то у нас не хотят применяться. Так, 3CX, no service, опять все одно и то же. Обновление конфигурации. Вроде бы все. MSK.ru, 3CX, 301, reboot. Может, он после ребута появится. Все, пошел в ребут телефон, но пока ждать его не будем, там, сидеть. Ну, пока залезем в SBC. Вот, посмотрим, что там еще раз за пароль. В безопасности, да? CX туннель, SBC. Симки маленько. Ага, все, понял. У меня здесь был неправильный пароль. PLE. 7QPLE. Да. Я как-то его рыхло ввел. 7QPLE UHU4N. 4N, все. Так, Enter. Ага, does not accept SBC authentication. Так, почему? UHU4N. Можем его изменить. А, у нас снова забанят. Конечно же. Вот, я его вижу в забаненных. Так, ну что у нас с телефоном? Все то же самое. Телефон все то же самое, не 46-й, никакой не хочет у нас статус с регистром клау. Регистр фейлит почему? Да, там сама эта штука, она забанила. Тест. Так, тест сейчас мы сохраним. Безопасность. Тест 222. Все, прошло теперь. Тест 222. Так, тест 222, окей. Does not accept, ну как? SBC authentication key.
C-trans, пишем K, will be generated. Ага, понял. Вот он. Так. Сканировать все, пароль. Все, его сюда перенесли в новой версии. Сейчас вот эти вот будем носить. STX4. G96 6 G3 4 V 9 6 3 раньше похорошевали. Теперь главное телефонов набрать. Prepare for reboot. Да, я неправильно сделал. Так, меня опять не выбросил. Нет, не выбросил. Я неправильно сделал. Я использовал старый метод и совершенно прошляпил, что... надо не отсюда брать этот ключ. Вот. А этот ключ нужно брать, создавать SBC уже в сектранках. Вот. Раньше было оттуда, сейчас уже отсюда. Разбесил нас root. Пароль я уже не помню. Маленький паспорт. С маленьким. Так, какой-то корректор. Все. SBC у нас есть. У нас SBC, вот он. 85, 83. Но вот это IP-шники. Внутри вот этой сети сейчас работает. Так, соответственно, у нас должны тут сейчас появиться эти телефоны, которые SBC увидел. И телефоны не хотят появляться, и регистрация у них вот этому адресу совсем не печально. Может быть, двойной NAT нам мешает из-за этого. А, этот на 10.204 все у нас пользуется. Сброс к заводским. Ну, вроде бы пошел на сброс к заводским. Все, я сейчас их оба сброшу на заводские. Так, оба они сбрасываются, и после сброса, соответственно, они у меня вот здесь, вот через SBC должны появиться. Так, пока они появляются, есть в 3CX еще один метод подключения. Это через веб-интерфейс. Добавить аккаунт с веб-доступом. 304. У меня будет имя веб. Имя веб. Окей. Ну, с этим же email-адресом. С этим же email-адресом. Все, 304 веб. Вот, и этот веб мы попробуем сейчас звонить с помощью его по WebRTC. Но попробуем звонить не отсюда, а с другого компьютера. Так, а я никак не смогу по WebRTC, поскольку у меня WebRTC используется и здесь, и с помощью вот этого. Короче, мне не получится демонстрация по WebRTC никак. Разве что я смогу его по этому продемонстрировать вот так вот, с помощью вот этого ноутика. WebRTC у меня сейчас работает в
внутри того, чего я вещаю, поэтому здесь мне в обертисе не светит. Вот, но я, тем не менее, это постараюсь сделать. Вот, я себе здесь сохраню в обертисе. Вот он, семинар 3CX, семинар 3CX, МСК, точка, май 3CX, точка, ру, пор 5001. И веб-клиент, да, через слэш. То есть вот это вот то, что сейчас на экране светится. Вот это вот. Да, все. Так, теперь у меня нужен номер. Веб-клиент. Так, с помощью веб-клиента используется для входа в WebRTC пароль пользователя, да? Аутентификация в приложении 3CX. А вот этот вот пароль пользователя, его нужно задать. Pass 1 с двумя S. Вот он, pass 1. Он короткий. Не подходит, теперь подходит. Все. Я его сделал стандартный. И по номеру 304. И этому паролю я вхожу в этот аккаунт и получаю доступ по WebRTC. Ну, отсюда, с этого компа я позвонил, отсюда я позвонить уже не могу. Вот, но я могу просто открыть, показать доступ. Мне там просто не дам доступ на вот эту, на вот этот ресурс. Так, сейчас я еще раз открою эту ссылку с этим вебинаром, чтобы мне было видно, что там происходит. Микрофон у меня запутался. Микрофон. Все, продолжить. А, значит, я сейчас покажу этот доступ в веб-панель. Вот он, веб-клиент. Копируйте адрес ссылки. Открою его в Уране. Уране. По номеру 300 я зайду. И вот он у нас, веб-панель, как бы, нашего 3CX пользователя. Вот здесь вот можно прям позвонить отсюда, если видно. Но мне сейчас не даст позвонить, поскольку у меня WebRTC уже занят другим браузером. Камера, микрофон уже занят, поэтому не даст позвонить. Вот. Из, собственно, кабинета там даже можно управлять... панель оператора можно управлять очередями, но сейчас этому пользователю ничего не дано. Вот у него просто личный кабинет, и важно здесь на данном этапе знать, что через личный кабинет можно также вызовы выполнять. Да, также тут можно установить это расширение 3CX для управления вызовами, call to click, вот, которая там кнопочки все эти вот, создаст. Так, все, мы все три устройства узла подключили, все три клиента подключили. Осталось подключить вообще вот этот вот наш девайс, супер девайс в виде IP-телефонов, и все. Так, лезем обратно в наш 3CX, на основную панель. Лезем в телефоны. И у нас вот появилась вот эта вот прелесть, которую мы так долго мучили. Вот, и все-таки я здесь первый телефон настрою по SBC. Вот, то есть тут фактически что у нас получается? Вот здесь вот еще есть внутри вот этой локальной сети еще один SBC, да, здесь вот какая-то сеть у меня снаружи. Я не помню, 252-я что ли, честно, 253-я это в телефонах. Там какая-то другая сеть. Давайте пусть она будет вот такой.
на роутере можно посмотреть. Вот, и здесь у меня вот сам 3CX через вот эти, скажем, два фаервола, два НАТа. У меня здесь установлен SBC. Вот. И с помощью этого SBC у меня моя сеть соединяется с основным 3CX. И здесь вот у меня два таких вот телефончика. Вот их даже не два, их больше. Это T46 Ялинк. Т-46 и Т-48. Так, я все равно один из них домучаю и сделаю его рабочим через стан. Мы сегодня клиенты все эти настроим, может быть. Вот. Вот они, два телефона, которые настраиваются по внутренним адресам через SBC. Давайте попробуем один из телефонов настроить, но это должно быть просто, как бы. Я не думаю, что сейчас там проблема какая-то будет. Вот, давайте создадим номер. Да вот он, номер уже есть. Мы просто вот в этом 301 от автонастройки телефона отвяжем. 48 с этим маком, там совсем его отвяжем. И вот здесь вот 301 мы с 48 назначим. Вот мы выбираем вот здесь телефон 48, да. Присвоить номер, выбираем просто 301. Нажимаем ОК, и все. Дальше прошивка едет у нас на телефон. Ну, а сейчас уже поехал. Окей, все. Сейчас пройдет то же самое, там, я надеюсь, это будет видно. Вот. Ну и второй попробовать настроить таким же образом. А вот второй бы я хотел настроить через стан все-таки, добиться этого процесса. 46-й, да? Вот, все-таки его попробовать настроить через стан. Почему-то он через стан у нас не хочет настраиваться. Что-то ему мешает. Точнее, сам он настраивается, а не подхватывает конфигурацию. Так, давайте попробуем. Еще одна попытка и все. Веб-интерфейс я показал, это показал. Вот, телефон настраиваем. Смотрим, звоним. И, наверное, на этом сегодня все. Так, все, автонастройка. У нас адрес на нем 180-й. Удаляем этот 46-й телефон. Вот, добавляем 46-й со 180-м. Вот он у нас к заводским настроен. Default password is in use, please change. Так, и здесь. Вот здесь вот. Username, password. Мы сейчас этот забьем сейчас еще парольчик. Т46. Так, его статус. Посмотрим. Может, он из-за пароля не хочет сейчас. Из-за того, что пароль не вбили. Там должен пин-код вылезти. Конфигурацию-то он забирает, значит она ему отдается нормально почти пес. Так, Т46, и это я забрал с Т46, правильно, со 180-го. Все, настраиваем. MAC-адреса правильные, все там правильно. Так, локальная сеть. Это у нас SBC. А, стоп. Вот это вот шляпу нужно было на SBC настраивать. Поэтому он сейчас еще не настроен. Все это внимательно нужно было отслеживать. Так, удаленное подключение стан. Все.
Окей. Так. А, нет, 48-й появился. 48-й. Хотя я вот даже не указывал принудительно. SBC подключение. Он сразу определил, что это SBC. И сразу отдал ему там все хорошо. Все хорошо отдал. Так, давайте позвоним. Просто с мобильного не получается. Вот, на Т-48 позвоним. Раз. И у нас все как положено, все отрабатываем. Все. Мы почти все подключили. Почти все проверили. Так, автонастройка телефона. Удаленное SBC подключение. Нам нужен 46-й, да? Пользователи. Вот он. Домучаем 46-й. Так, ссылка у меня есть. Он на 188-м. На 180-м, точнее. В настройках в автопровиженинг мы должны внести эту ссылку. Я вот не знаю. Я попробую сейчас. Ввести пароль. Ввести пароль. И нажать автопровижен. Так, плюс я перед этим должен убедиться, что у меня тут все правильно, чтобы я опять не напорол внутренний IP-адрес. Так. Стан. 46. Все, 14. Ну все. Вперед. Я сейчас ввел пароль, логин и пароль для вот этого сервера. Ну, он, по-моему, без него должен работать, там он должен нарисовать это на экране. Пин-код. Все, он пошел конфигурироваться. Так. А ну, 180-й у нас. Транспорт UDP. Нет, но сервис все равно. Через стан у нас регистр фейлит, не регистрируется от телефона. Ну, почему-то. Просто нет регистрации. Может, из-за двойного НАТО или из-за того, что прошивка какая-то разная. Все. Так, все. Удаленные пользователи IP-телефонов. Посмотрели, как они все подключаются. Через стан у нас не получилось подключить. Может быть, из моей сети я настрою сейчас. Отнесу его к себе. И попробую из этого, напрямую из моей подсети, без вот этого дополнительного роутера. Вот, посмотрю, подебажу, проверю и завтра расскажу. Все, спасибо за внимание. До свидания на сегодня.